Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие любители и поклонники волейбола. Мы во дворце спорта «Звездный» в Новом Уренгое. Сегодня 5 февраля и пройдет 21-й тур регулярного чемпионата России по волейболу Суперлиги Паримач. К «Факелу» сегодня приехал кемеровский «Кузбасс». Ну что вам сказать, что «Факелу» сегодня 25. Ну и комментировать этот матч для вас будем мы, Владимир Васильков, я, Андрей Адам. Всем любителям волейбола огромный привет. Заходите к нам на огонек в Новый Уренгой. Я думаю, что вы получите огромное удовольствие от предстоящего матча. Да, сегодня празднуется матч такой. Это юбилей «Факела», четверть века. Ну и давайте прежде посмотрим, послушаем поздравления от бывших игроков ямальского клуба. Поздравляю волейбольный клуб «Факел» с 25-летием. Очень рад быть частичкой истории этого клуба. За эти годы вы воспитали очень много отличных игроков. Сегодня волейбольный клуб «Факел» является одним из главных спортивных символов Ямала. Команда и клуб сделали огромный вклад в развитие ямальского спорта. Желаю клубу всяческих успехов, новых побед, как на российской, так и на международной арене. Чтобы все их поставленные цели достигали желаемого результата. Хочу поздравить всех болельщиков и жителей города Нового Уренгоя. «Факел» с юбилеем! Ну, к обсуждению именно матча мы вернемся чуть позже, пока что немножечко истории. 7 февраля 96 года был образован клуб, и за 25 лет существования он дважды становился бронзовым призером чемпионата России, а также был первым российским клубом, сумевшим завоевать два таких еврокубка, как Кубок ИКВ в 2007 году и Кубок Вызова в 2017 году. Ну, в 18 году «Факел» завоевал бронзовую медаль, а в 19 году дебютировал в Лиге чемпионов. А да, об этом еще будет сегодня много сказано. Ну, матч точно будет интересный. Конечно, нельзя забывать, наверное, в контексте того, что Андрей сказал. Это, конечно, ровно третье место в клубном чемпионате мира. Да, естественно, да, простите меня. Забыл. И обратите внимание, «Факел» сегодня играет в уникальной форме. Она, естественно, ее такой нигде не найти. Форма именно под этот матч. Сегодня число, что они играют именно с «Кузбассом» в свой день рождения, можно так сказать. И форма это образца 2001 года. Да, ретро-форма, да, которая останется на память игрокам. Безусловно, в единственном экземпляре выпущена именно к этому матчу. Если вы будете внимательны, на нем увидите на спине написано именно матч «Факел» «Кузбасс». И ретро-номера, ретро-логотип, который был раньше. Сегодня мы видим «Факел» совсем другой значок. Но это история, которую нельзя забывать. И, конечно, мы с удовольствием присоединяемся к общим поздравлениям с четверть века «Факела» и желаем им двигаться семимильными шагами к самым вершинам. Ну а сейчас мы немножечко прервемся. Нас ожидает торжественное открытие этого матча. Никуда не переключайтесь. Давайте смотреть. Кубок ЕКВ в 2007 году
и Кубок вызова в 2017 году. В декабре 2018 года «Факел» завоевал бронзовую медаль клубного чемпионата мира, который проходил в Польше. В 2019 году «Факел» дебютировал и в Лиге чемпионов. Дорогие друзья, с этим знаменательным событием, с 25-летием клуба «Факел», вас приветствует и поздравляет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Андреевич Артюков. Добрый день, дорогие земляки, дорогие уренгойцы. Сегодня особенная игра. Там не только приехала замечательная команда, одна из сильнейших, как и «Факел», в нашем чемпионате, но этот матч проходит накануне 25-летнего юбилея нашей любимой команды. Я хочу сказать спасибо всем поколениям «Факела» за то, что уже 25 лет вы дарите нам радость и спортивный азарт. На самом деле это очень большое дело. Особые слова благодарности в эти дни я хочу сказать тренеру Камилу Плачи. К сожалению, сейчас он не с нами, но направляется к себе на родину. Ведь именно с ним последние наши годы команда достигла очень хороших результатов. Об этом уже сказали. Бронза отечественного чемпионата, кубки, взятые первые места. Давайте ему все вместе поаплодируем. За 25 лет у «Факела» уже очень много достойных побед, но я уверен, все самое интересное еще впереди. Отличной игры! Государственный гимн Российской Федерации. Россия священная наша держава, Россия любимая наша страна, могучая воля, великая слава, твое достояние на все времена. Славься, Отечество, наше свободное, братских народов. Место на спортивной трибуне. Дамы и господа, чемпионат России по волейболу среди мужских команд Суперлиги! На площадке команда «Кузбасс», город Кемерово. И команда «Факел», город Новый Уренгой. «Факел», вперед! Матч судит. Первый судья. Ну, давайте мы еще раз поздороваемся для тех, кто только что включил трансляцию. Сегодня Новоуренгойский «Факел» на домашней площадке в Новом Уренгое во дворце спорта «Звездные» принимает кемеровский «Кузбасс». Накануне своего юбилея, 7 февраля 96 года, основался клуб. Комментировать этот матч для вас будем мы, я, Андрей Адамов, мой коллега Владимир Мерзляков. Еще раз всем привет. И кто из вас смотрел торжественную церемонию? Круто, да? Да, то, наверное, заметил, как камера остановилась на Денисе Богдане, которым
который 1996 года рождения. Ему именно в этом году исполняется те 25 лет, которые сегодня празднуют «Факел». Видите, как все достаточно символично. Ну что ж, возвращаемся к игре. Что самое главное, да, вот смотрим таблицу. «Динамо» первое место, «Кузбасс» делит с «Динамцами» пока первую строчку. Но у «Динамо» сыграно матчей немножко меньше, и поэтому по потерянным очкам клуб занимает более высокую позицию. В предыдущем туре «Кузбасс» в классном стиле, я бы сказал, в отличном стиле на своей площадке одолел одного из тоже лидеров топ-команд. Это «Зенит» из Санкт-Петербурга. Показали классный волейбол. Особенно хочется отметить Евгения Сиважелеза и Александра Маркина на позиции доигровщиков, которые показали выдающийся результат в плане малого количества ошибок и очень результативной игры. Особенно Евгений Сиважелез, вот шестой номер у наших соперников. 22 очка набрал. Давно Евгений сам говорил, что порядка 10 лет не приносил своей команде, где бы не играл, в каком клубе, такой, да, установил своеобразный рекорд. Отлично подавал. Да? И, наверное, Кузбасс, конечно, в великолепном настроении после той победы, уверенный в себе, приехал в Новый Уренгой. Что касается составов, я сейчас хотел сказать. Да, ну, у нас есть Дмитрий Яковлев, он вроде бы в форме, но, насколько нам известно, что не тренировался. Он тренировался, но не прыгал. Не знаем еще, будет сюрпризом, может быть, для нас, что он появится на площадке. Но есть капитан молодежки Корней Энц. Он не получилось у него как-то дебютировать, когда мы играли с новосибирским «Локомотивом». Не знаем, получится ли сегодня. Все это покажет именно площадка. Ну и видим также, что вроде бы в оптимальном составе находятся кемеровчане. По ВВГ там был вопрос с Либера, но как мы видим, что он площадку. Ну что, состав «Факела» в последних матчах не меняется. Это центральный Куцалюк Дикарев, связующий Тимофей Жуковский, доигровщики на своих местах Богдан Волков и в диагональ Максим Жигал. Либеро Эрик Шоджи. Что у наших соперников? Капитан команды Игорь Кобзарь, связующий игрок. Основная ударная сила итальянский легионер с русской фамилией Иван Зайцев. В доигровке Александр Маркин и Евгений Сиважелес. И центральные игроки центральной зоны сетки — это Михаил Щербаков и Петр Корсманович, представляющий Сербию. Ну, может быть, давайте посмотрим, или Щербаков начнет игру. Нет, или Иналто Васиев. Сейчас мы с вами увидим. И либеро еще. Да, и либеро — это Алексей Обмочаев под номером один. Главный тренер команды Алексей Вербов, помогает ему Константин Сиденко. И исполняющий обязанности главного тренера команды «Факел» Роман Яковлев и тренер команды Мартин Коста. Ну что, все готово для того, чтобы эта игра, которая явно для обеих команд очень важна в плане набора очков и, конечно, побед, потому что сейчас чемпионат вступил в самую решающую фазу, и у «Факела» очень тяжелый ритм пошел. Все сильнейшие команды, с которыми надо показывать лучший волейбол для того, чтобы занять более высокое место и получить, ну, условно говоря, как более слабого соперника. Ну и преимущество площадки. Преимущество своей площадки. Евгений Сиважелес. Подавать будет Кузбасс на месте подающего. Сразу укорачивает и первый темп заряжает Жуковский с Куцелюком. Но не сильная подача. Конечно, нужно почувствовать зал. Безусловно, приезжая команда не так много времени проводит до игры в этом зале. И поэтому сейчас вероятность ошибки, скажем, не нужна совершенно в начале первого сета. И поэтому аккуратная подача, ну и агрессивная атака в зоне 3. Жигалов. Отличная подача. Хорошая подача в зону, да, в угол. И даже не снес руки Евгений Сиважелес, не среагировал на этот мяч. Ну, сетка немножечко поменяла, наверное, траекторию. Все-таки Евгению не было
непонятно, куда точно мяч приземлится. Ну и... Ну и надо отметить еще один факт, что Жигалов в основном подает в пятую. И здесь он неожиданно поменял направление подачи, что не часто он делает. Давайте посмотрим. Сюрприз, а второй подача. А теперь вот Манчаева. Да. Это очень классно. Именно подавить соперника подачи. Это получилось у Факела. Давайте еще раз посмотрим. Теперь Манчаев. Ничего который, не сделал Манчаев. В принципе, в том матче тоже не блистал приемом. Наверное, тренеры это все отмечали. И сейчас мы видим результат. Работа тренеров, направление подачи определено. Еще одна подача Жигалова. Сетка смягчается. Чеважили справляется. Маркин на одном блоке против Жуковского. И он хорош. Ну, три очка. Четыре, конечно, такого класса команда, как Бузбас, вряд ли в одной расстановке проиграет. И сейчас классная передача. Бобзарит в длинную сторону. Ну и по диагонали Александр Маркин. Вот хорошо. Нет, Серегин. Петр Красманович. Сербский легионер, 205 сантиметров его рост. Хорошая подача, выбитый прием. Волков будет обманывать, успевает подстраховать. Сбегал сюда Зайцев, сделал все, что мог, чтобы поднять мяч. До него дотянулся, но, конечно, скоординироваться по силе направление этого мяча, чтобы он остался в игре, не сумел. Но слишком большое перемещение сделал игрок. Переиграл Волков, хорошо переиграл. Да, здорово, здорово, что умно начали играть сразу волейболисты Факела, аккуратно и безошибочно. Ну, сегодня, естественно, Факел заряжен, в такой знаменательный день, замотивированный. Ну, небольшая ошибка, небольшая погрешность сразу же на первой подаче у Дмитрия Волкова. Но я думаю, что в дальнейшем этого не повторится, по крайней мере, на это надеюсь, как и все болельщики Факела. Игорь Кобзарь сейчас на подаче, связующий Кузбасса. Силовую подачу подает, неприятная подача, надо сразу справляться. Справляется Богдан. И еще первый темп, хорошо. Да, поменяли. Шишкин, Мачаев остался, да, в защите. Да, второй либер это Владимир Шишкин. Хорошо знакомый также по игре в Факеле в прежние годы. Показывает в этом году очень приличный уровень игры защитника. Но немного получил травму. И сейчас был основным либера, сейчас Алексея Мачаева. И опять ошибка. Но вторая подачи, подряд, Гусалюка, неприятно. Вторая, да, это не очень здорово. Ну, наверное, выскажу свое мнение, что, конечно, Гуцулюку, наверное, не стоит рисковать. Он не обладает выигрышной подачей, поэтому, наверное, лучше подавать тактическую. Но тем не менее, каждый последний матч Гуцулюк выполнял эйс, насколько я помню. Это было, наверное, все-таки более редкое нестандартное явление. Гуцулюка нет такой подачи, которая может вносить очки, поэтому это матч на матч не пришел. Ну, и отвечает ошибкой на ошибку. Гузбас тоже ошибается на подаче. Три очка преимущества. Тимофей Жуковский с хорошей силовой. Прекрасно понимает, ошибаться нельзя. Прием выбитый, но сигнализируют игроки, что мячик прошел в плоскости, игровой плоскости сетки. Это запрещено, но, видимо, судьи не прореагировали. Объясню, это игровой эпизод. Мяч летел в плоскости сетки. То есть нельзя играть мяч, который ушел в аут через плоскость сетки. Можно играть только тогда, когда мяч полетел за антеннами вне игровой плоскости. И также за антенны его нужно вернуть обратно на свою площадку. Первая атака основного бомбардира команды Кузбасс. Иван Зайцев в этом году первый сезон играет в Кузбассе. Знаем этого игрока как очень мощного, с быстрой, с агрессивной подачей. Совсем недавно еще ему принадлежал рекорд по скорости полета мяча на подаче. 134 километра в час. Сейчас Вильфредо Леон побил его 138. И так мы можем, да. И Дикарев включается в игру первым темпом приносит очки своей команде. Подавал, кстати, у Кузбасса Михаил Щербаков. Нужно отметить этого игрока, ветеран клуба, патриот клуба, 12 сезонов, 13 сезон проводит в Кузбассе, заслуживает это, конечно, огромное уважение. Заслуженный центральный блокирующий Кузбасса. Еще одна ошибка с подачи. Это третья ошибка, да. Это лидеров в диагонали. Совсем нехорошо. Да, подтавливать нужно Факелу, но ошибаться нельзя. Ну, три ошибки. И вот из пяти очков это три подаренные ошибки Факела Кузбассу. То есть по игре Факел переигрывает, но вот слишком много сам ошибок. Сам дарит. Да. Больше половины подарил. Неприятно.
Шот же хорош на сложной подаче Зайцева, Волков от блока баут. Уходит баут, да? Мне показалось просто с этого ракурса, что площадка была. Нет, даже не буду спорить, отскок был баут. Ну, сантиметров 10-15, но было четко видно. И не такой быстрый. Давайте еще раз взглянем. Косое направление, явно. Виталий Дикарев будет подавать факела. Последний матч он на плане перешел, переходил. Много. Сейчас силовую вернул себе. Сивожилец сам же в атаке. Жигалов поднялся на игрока первого темпа. Обманули, да. Не очень понятно, лучше играть каждый со своим. Пусть будет одиночный блок, но Сивожилец оставили на чистой сетке. Ну, в защите такой мяч, конечно, достать очень сложно. Хотя направление удара Богдана было, но, наверное, уже он не поверил, Денис, что можно этот мяч обработать. Сам же Евгений будет подавать. И ошибается. Ну что ж, пока по ошибкам почти взаимно, одинаково, да. Взаимно, поэтому это для факела не так страшно. Но каждая команда пытается нащупать слабые стороны, и круг прошли команды, когда Максим Жигалов на его подаче, мы помним, 3 очка факел набрал. В предыдущей расстановке посмотрим, как будет на этот раз. Рискует, справляется Мачаев, борется над сеткой игроки, касание сетки у Кобзаря, да, соглашается Игорь, да, соглашается, но классный был эпизод, красивый, на большой высоте, давайте еще раз посмотрим, игроки боролись, ногой, ногой, да, зацепил сетку, ну, настолько мощный Гуцалюк, что вытолкнул игрока соперника, и ничего не оставалось, чтобы не упасть, именно, да, переиграл. Нога сама пошла вверх. Посмотрим на этого красавца, мужественного игрока. Александр Гусалик, сброс. Передача не в темп получилась. Маркин на групповом блоке. Волков хорош, но нет, переходящий мяч заиграет в защите Жигалов. Классно. Надо в защите отыграть. Надо еще раз хорошо отыграть Пайк. Шот здесь не смог уже. Ну и право Кобзарь. Теперь все сделал грамотно. Успокоил команду, дал классные передачи. Показывает Сивожилец факелу, что классно в защите. Фаерплей существует. Да, конечно, показал, что даже они были удивлены, что этот мяч Жигалов достал. И в знак такого внимания, что да, классно. Волков не выбитый справляется прием на приеме. Да, сам же будет на высоком мяче. Так, ну, страховка была организована. Волков еще раз, теперь сброс. Сидит Маркин там же. Зайцев на групповом блоке. Шот же хорош. Шот здесь в защите отлично отыгрывает. И Жигалов. Хорошо. Пустую зону через руки. Ну, отмечу, что Михаил Щербаков очень надежный блокирующий, но невысокого роста в этом амплуа. 1,96 м. Не так часто можно встретить центрального блокирующего, но сейчас не дошел. Но время прыжка и отличное перемещение позволяют ему играть очень грамотно и очень много очков или смягчения делать. И сейчас он просто чуть-чуть не добежал. Так, ну первый раз Волков ошибся. Сейчас усложняет подачу. Но Маркин хорош в приеме. Первый темп. И Щербаков очень быстро снимает. Это любимая комбинация в Кузбассе. Зона, что Красманович, что Щербаков. Еще раз быстрая передача, да. И нужно просто с этим игроком подниматься одновременно. И невысоко, кстати. Гуцалюк прыгал, но Щербаков очень быстро сбил мяч. Кобзарь на подачу. Невысоко еще, главное, мяч-то передан. Но это все динамично. Классная передача. Богдан, первая атака. Опять неудачный у Волкова прием на ту сторону. Неудачно у Кобзаря. Но поспешили, позасуетились игроки на блоке. В первую очередь Денис Богдан. Можно было просто подождать нападающего и спокойно перекрыть ему все пространство над сеткой. Не удалось это сделать. Но волнение, безусловно, присутствует. А тем не менее... Обманул Зайцев, переиграл. Да, еще Богдан убирал руки. Да, думал, что сыграет на блоке. Аута. Но не угадал. Зайцев переиграл. Богдан в приеме тоже не справляется. Жуковский пытался блокировать откидка. Маркин сброс. Но и Жуков не сумел. Жуковский. Да, как... да, здорово реабилитировался. Спина, да, в четвертой зоне на подстраховку прыгнула. А потом вернулся туда, во вторую. Да, вернулся обратно и сыграл. И, наверное, Алексей Вербов, наверное, что-то попросил посмотреть. Это, наверное, касание сетки, да, на блоке. Да, будет просмотр игрового эпизода. И первый игровой просмотр. А мы знаем, что Алексей в прошлом игрок, совсем недавно, всего лишь полтора года назад, закончил сам профессиональную карьеру на позиции либера. Очень хорошо видит и читает игру как игрок. И поэтому ему все нюансы
игры, конечно, видны. Наверное, не зря он обратил внимание судей на была какая-то погрешность. Есть быстрое решение. Давайте посмотрим. Да, было касание сетки. Да, мы это видим у Жуковского. Именно тоже, когда он тоже второй коленом, раз на блоке. Бедром, да, это было четко видно. И поэтому очко получает Кузбасс и приближается на расстояние всего в два очка. Двух ошибок. Да, ну вот так вот сократилось преимущество, которое достигало не 4 очка. Но Кузбасс-то, естественно, топ-клуб, в котором нельзя сбрасывать, когда же тогда преимущество 4 очка. Игорь Кобзарь на подаче. Надо справляться. Справляется Шоджи. Ну опять заброшенный мяч. И сейчас очень переиграл. Да. Ну правильно, решение. Недоброшенный мяч. Прием на сетку. Жуковский пытался закинуть. Мы видим, что до зоны нападающий не долетел мяч. Бить этот мяч было бессмысленно и очень правильное решение. Переиграл головой. Александр Куцалюк. Ну, давайте посмотрим. У Волкова со второго раза получилось. У Куцалюка тоже получилось. Севажелец справляется. Опять одиночный блок по линии. Зайцев. И с этим мячом ничего сделать в защите, конечно, нельзя. Пытался Жуковский один в один перекрыть, но не угадал траекторию. Гадал, куда будет бить, да. Гадал. Ну, очень сложно угадать. И линия была вся свободна. Очень полтора метра. Ну, трудно было. Вины, там, конечно, простор для блокирующего никакой. Передача хорошая. Зайцев мог как по диагонали, так и по линии. Волков неплохо. Богдан обмочает, справляется. Передача не очень качественная. Будет атака в шестой первый зоне. Хорошо. Файф от Волкова. Да, это атака в шестой зоне против тройного блока. И показывает Волков судье, что, наверное, все-таки ошибка у Зайцева на передаче была при заброшенном мяче за голову. Да, и да. Это так. Будет просмотр еще одного игрового эпизода. Что именно хотят посмотреть? Может быть, заступ у Волкова. Давайте посмотрим. При атаке с задней линии, может возможно, быть, возможно. Вербов увидел, что... Ну... При атаке нельзя заступать ни на сколько. Это заступ не тот, когда ты заступаешь, грубо говоря, на площадку соперника. Там можно хоть сесть стопой. Главное, чтобы часть находилась на линии, то здесь... Малейший заступ. Ну, возможно, что настолько против тройного блока Волков сыграл мощно. Нет, заступа да. Не было. Отличный прыжок нападающего, классная передача. И поэтому могло Вербову показаться, что при такой атаке очень близко. Ну, Дмитрий обладает классным прыжком, пластичный очень. И, конечно, удалось тройной блок даже не коснуться. Тимофей Жуковский на подачу у Факела. Впереди ямальский клуб. На 3 очка он опережает соперника. Хороший прием. Одиночный блок. Защита здорово. Не сориентировался Жиганов. Да, потерялся в пространстве. Жуковский сыграл классно. Да, смотрите, был рикошет. Сложный мяч. Достал. Сидел там, где надо, достал. А Максим подумал, наверное, уже, что да, что мяч в площадке. Вот так бывает. Щебаков. На силовую Волкова. Пока Волкова грузят и отлично левый нападающий. Быстрая передача в край. И Зайцев с центральным блокирующим оказались беспомощны против такой атаки. Классная передача. И по высоте Максим выиграл. Ну, даже если бы, наверное, Красманович успел бы туда в край, все равно бы левую руку тут невозможно было перекрыть. Ну, здесь и Жуковская хорош. Риск на подаче. Отлично. И еще один из копилки Факела. Это 16 очко. Отрыв 4 очка. Поддавливает Факел. Это здорово. Наверное, Вербов сейчас возьмет свой первый тайм-аут. Дальше уже тянуть некуда. Минус 4 это много при игре таких соперников. И Алексей Вербов это делает. Послушаем, давайте, что говорит тренер. Основное оружие это подача. Поэтому, если это пролетает кто-то сумасшедший, постараться только сохранить наверх. Петь, ты один, как сказали, Вайку, да? Отлично, что у тебя Майк, это твой Майк, как бы, реалитет. Ну да, не оставляйте его километры, потому что это больше всяких площадок. Но не переживай за то, что делали то, что они сказали. Похвалил Вербов подачу Факела.
Ну, я в какой-то степени с тренером не соглашусь, наверное, который сказал, что основное оружие «Факела» – это подача, они рискуют. Ну, конечно, основное, но не только как это. Как, в принципе, у всех команд надо подавать. Да. Надо, ну, и, конечно, организация игры неплохая, очень «Факел» показывает защитные действия и дальше доводит до атаки. Ну, подача, конечно, сегодня в современном волейболе, она должна быть у любой команды, которых желает претендовать на высокие места. Зайцев. И ловят его. Ну, наведенная передача. Второй связующий — Егор Кречетов. Молодой игрок у Кузбасса. 1999 года рождения. Не всегда в последних матчах Игорь Кобзарь качественно пасует. И сейчас наведенный на сетку мяч. Зайцев пытался пролезть между руками. Но не было у него времени открутить мяч вправо, потому что мяч низкий и близкий к себе. В безвыходное положение. Отлично погнали. Отлично укорачивает. Зайцева. Опять некачественная передача. И так, надо играть в Маркин. Атаке снова. И будет «Факел» это делать. И опять левый Мачаев классно в защите. Маркин передача высоко в крайний тройной блок. И выше блока Зайцев. Ну, наверное, Космонович показывает Зайцеву, не надо брать просмотр. Он прекрасно стоял рядом и видел, что, наверное, мяч все-таки прошел. Да, хотя, откровенно, Зайцев играл по пальцам. Наверное, не так высоко прыгнули блокирующие, очень грамотно. Ну, либо вовремя смогли чуть-чуть вниз руки убрать. Чуть-чуть. И второй тайм-аут. Да? Подряд? Да, второй тайм-аут. Ничего не удалось поменять после тайм-аута. Еще 2 очка проиграно Кузбассом. Небольшая пауза. Парашют подбиваем. То, что легко, должны максимально сделать качественно. Да, потому что тоже ребята молодые, высокие. Бороться против 2-3 сложнее, чем разорвать там быструю дубу. Эй, пацаны, у этих внимания. Ну, такая пауза, больше как мотивация. Ну да, «Факел» давит, и Вербову ничего не остается, как взять свой тайм-аут второй в первом сете. И надо просто «Факелу» держать дальше. Держать это преимущество, не давать опомниться сопернику, давить на подачи, на блоки, цеплять обязательно и играть в атаке. Это то, что может делать классный команд. Так, ну Денис Богдан продолжит свою серию. Ну, наверное, сейчас не будет особенно рисковать, не должен, надо на исполнение подаст. Ну, видимо, с таким преимуществом. Справляется, выбитый немножко прием, но Зайцев теперь за счет своей скорости нанесения удара пробивает руки блокирующих. Но положительный момент то, что все равно не чисто забил, а через руки, это тоже фактор достаточно хороший для постановки блока. Ну и сам Иван Зайцев будет подавать. Мощная подача, надо просто принимать сразу, не сниматься. Но он ошибается, облегчает задачу для «Факела». Что Зайцев, наверное, не всю подачу свою в чемодан погрузил, приехав в новую Уренгой, пока у него не получается. Ну да. Игрок на радость болельщикам «Факела». Куражный игрок и, конечно, может подавать серийно, атаковать очень агрессивно, много в последних матчах. Высокий процент реализации атак показал этот игрок, но видите, сейчас пока не получается. И отличный сброс. Кобзарь сейчас переиграл на сетке. Но немножко начинает поддавливать игроков, это запрещено в волейболе, не надо ничего говорить. Сбросил, все, отвернулся. Он еще что-то пытался Волкову сказать. Волкова, это не надо на это обращать внимание, но замечание, конечно, судья должен был сделать. Не надо заводиться. Ну, надо Игорь Кобзарь все прекрасно понимает, знает, что эмоциональный Волков. Чуть-чуть его завести, заставить ошибиться, а почему бы и нет? Ну, насколько это по-спортивному? Да. Очень сложный мяч, низкая передача, ничего сделать нельзя. И пытался доиграть, и сейчас Обмочаев будет пасовать близко к сетке. А теперь Космонович справляется. По линии стоит Богдан там, где надо. Волков и от блока фаул. Но не надо повторять то, что не надо совсем, Дмитрию, это повторять. Совсем не надо. Не надо показывать, не надо говорить. Нет, оправки никакой не должно быть. Но немножко матч такой вкатывается в какое-то выяснение отношений. Это совсем не нужно. Перепалка какая-то у сетки, она сейчас не нужна. Конечно, причиной тому это Кобзарь. Он как бы с этого начал. Зачинщик, можно так сказать. Зацепился, да, и мы с вами видим вот такое как бы украшение, может быть, в какой-то степени, в кавычках, можно поставить для первого. Ну, на самом деле, это для болельщика это всегда интересно, надо это посмотреть. Возможно, хотя в волейболе это очень
скажем, такой интеллектуальный вид спорта, и в волейболе не принято какой-то агрессии в отношении соперника. Но покажи свои умения, мастерство, выиграй за счет каких-то умных действий. И, конечно, не упирай на то, что соперник слаб и не смог чего-то сделать. Это не нужно совсем. Это есть этика игры. О судьях. Александр Павлов, сегодня первый судья из Санкт-Петербурга, второй судья Разумовский Михаил из Москвы. Ну и еще технический судья Платонов Егор, тоже из Москвы. И, кстати, вот сейчас судья подзывал перед розыгрышем Дмитрия Волкова. Ну, видимо, сказал свое напутствие, что да, надо успокоиться. Ну и после, пока Андрей рассказывал, такой интересный динамичный эпизод был. Гуцалюк мог два раза выиграть мяч в одном игровом эпизоде. Сначала рано прыгнул, к себе свалил, потом мог забить и не попал в квадрат. Ну, так случилось. И еще одна ошибка — это Красманович, кстати. Не идет почему-то. Он как раз, наверное, один из немногих игроков в Кузбассе, которые в последних матчах, ну, вообще, наверное, в регулярке всего этого сезона достаточно много ошибается в этом элементе. Это как бы просчитывается, об этом есть статистика. И вот сейчас он не попадает в площадку подачи. Можем оценить, с каким... Волков, здорово. Фрибол будет. И сейчас бы довести его до логического завершения. Да, и правильно очень делает Жуковский, что дает почувствовать уверенность Александру Гуцалюку. И по высоте переигрывает Михаила Щербакова. Пауза нужна. Два перерыва. Перерыв нет. А Матчаев грамотно подзывает мальчика, который протирает паркет. Ну, Тарафлекс, скорее всего, не паркет. Да, не успел. Смотрим еще раз, Щербаков подняться. Ну, не хватило ростика, да, потому что более высокий игрок поднимается раньше. Волков упрощает, но, наверное, не упрощает. Ну, тактически подает зона. Один в один переиграет. Как тут Щербакова. И будет высокий мяч. И откручивает Александр Маркин. Маркин от блока в аут. Ну, здорово. Сыграл технически. И это 16 очко в копилке Кузбасса. Но плюс 6 у Факела. Отличный разрыв в концовке первого сета. Хочу обратить внимание на болельщиков. Сегодня как никогда хорошо. Наверное, под максимум тех 75%. Хорошо, болельщики всегда помогают своей команде, особенно когда на нашей площадке. Это уже шестая ошибка оппонентов. Шестая ошибка, но, конечно, когда ты переключаешься на какие-то другие элементы, эмоциональный фон, то эта концентрация уходит и свои ошибки появляются. Вот лишний раз тому подтверждение. Игорь Кобзарь подал подачу всех. Александр Гуцалюк на подаче у Факела. Ну, выполняет неплохо, подачу. Первый темп, и здорово, здорово. Да, себя и Щербаков хорош. 17-23. Да, за солидное преимущество, знаю, у Факела. Волейболисты Факела, это, безусловно, разбиралось на командных собраниях, что играют в зону, именно в зону, а не у себя, и как-то надо с этим справиться. Александр Маркин подает, рискует, но Богдан справляется. Классно на приеме, Обмочаев на месте. И будет Сивожилис атаковать на групповом блоке. Шоджи нашел этот мяч. И Жигалов на линии. Классно. Отличная передача. Но отмечу Жуковского, который первый сет играет отменно. Качество передачи супер. Ну и солидное преимущество. 7 сет-голов. Всем очень удобно. Туда, куда надо. По высоте, по месту. И это стоит, конечно, ну, один момент был с Богдана, но там Богдан, ну, сам там, переиграл, да, технически хорошо. Маркин справляется. Быстрая передача. Шоджи хорош. Справится. Да, справится. И сейчас нужно пытаться играть в защите. Зайцев. И закрывает Игорь. А это 25-е очко. И первый сет за Факелом. 25-17. Уверенной победы. Отличный волейбол. 23 минуты продолжался 23 этот минуты, сет, да? С минимум ошибок. Но если не уберем те 4 неподачи, невынужденные, конечно, то почти идеальный сет. Прервемся на небольшой перерыв, вернемся и продолжим смотреть этот блестящий матч.
Ну что, дорогие друзья, второй сет, вторая партия в Оренбургский факел на домашней площадке принимает кемеровский Кузбасс. Сейчас на ваших экранах статистика после первого сета. Ну, что можно сказать? Здесь все налицо. Много ошибок, особенно на подаче. Из 11 ошибок Кузбасса 6 на подаче. Факел переиграл на подаче соперников. 3 эйса. Это как раз определило отличную первую партию, которую показали новые оренбургцы. Ну, здесь было все. И отличные подачи, и классные атаки. Замечательный блок. И, конечно, даже еще для шоу перепалка между игроками в начале сета, которая тоже подогрела интерес, я думаю, к этому матчу и продолжается. Продолжение событий во всех остальных сетах. Я думаю, что класс Кузбасса никто не умаляет. И сейчас они поменяют, безусловно, тактику. Не виден Сиважелес. Пока Маркина не очень видно. Да, ну сейчас что-то должно поменяться, потому что ясно, что Вербова такая игра команды не устроит. Да, и сейчас подсказки, безусловно, в перерыве были. Ну, жаль, что Дикарев начал с ошибки. Сиважелес, посмотрим, как он начнет второй сет для своей команды. Справляется с Сиважелес, выбивает прием у Богдана. Шот же здесь на высоком мяче подлоге. Волков в защите. Обмочаев хорош. Быстрая передача на Маркина. Сброс. И антенна, да, показывает антенну. Маркин в простейшей ситуации делает нелепую ошибку, которая, конечно, не соответствует его мастерству. Александра, безусловно, который много лет поиграл в московском «Динамо». Этот игрок, который играл только за высокие места. И поэтому, конечно, наверное, может себя винить. Передача была достаточно хорошей, можно было придумать что-то другое. Ну, хотел обыграть технично, хотел хитростью взять, переиграть через руки-то, но слишком тонко, видимо, отличная это было сделано. Отличная подача Жигалова, отличная и вынужденная передача в 3, и вынужденная в 4, опять обман, и будет еще одна быстрая атака, наверное, в 6 нужно было сыграть, Обмочаев на месте, и Зайцев обман, отлично разбирается в ситуации Волков, и что он придумает в атаке? Нет, здесь. А ничего он не придумал. А касание сетки на блоке или нет? Или в атаке? Нет. У Волкова в атаке. Но Диме, конечно, не нужно заигрываться совершенно. Надо успокоиться, как он классно подстраховал. Разобрался в ситуации и зачем-то полез на силу против тройного блока. Это тоже не свойственно этому игроку. Мог придумать что-то более разумное. Османович упрощает подачу, ногу Цулика, но тот не доводит мяч до связки. И сам же Маркин будет атаковать против группового блока. Трячка получает преимущество Кузбасс во втором сете, в начале второго сета 3-1. Ну, согласитесь, нервное напряжение присутствует. Все хотят сыграть хорошо. И сейчас возвращаются в игру наши соперники после неудачного первого сета. Тут же Пайп, атака в сетку. О, как неприятно. Богдана. И я только похвалил после первого сета Жуковского. А сейчас заниженная явно передача и ошибка нападающего. И уже преимущество в 3 очка у Кузбасса. Тут же реагирует Роман Яковлев и берет свой первый тайм-аут. И тут же все не заладилось. Началось все с неудачной подачи Дикарева. Ну, я пока что про статистику расскажу. Евгений Сиважелес лучший по проценту позитивного приема у гостей площадки. Также Маркин 60% позитивного приема. Обмочаев 33%, кстати, позитивного приема всего лишь у Факела. Ну, 67% позитивного приема у Эрика Шоджи и 50% у Дениса Богдана. Также в атаке хорош Жигалов 75%. Ну и Волков после первого сета, у него 4 из 8, то бишь 50%. Хотелось бы, конечно, показатель от лидера команды выше. Ну, Щербаков хорош. 67% по статистике, я имею в виду. А у Маркина также 50% в атаке, хотя мы видим, что это сейчас пока что оружие. Рискует, удается ему усложнить подачу. Фрибол будет, но быстро не близкий мяч. И Маркин пытается против тройного блока. Но это ошибка Кузбасса явная. И на этом перерыве Роман Яковлев сказал игрокам, что вы делаете. Все ошибки, 4 очка, это руками Факела. Кузбасс ничего не сделал для того, чтобы выиграть это. И бывает такое, что команда вроде играет, но так много ошибается, старается. Но эмоциональный фон захлестывает. Сегодня, понятно, в честь 25-летия игрокам хочется сыграть очень хорошо. Ну и не всегда это получается. Надо чуть спокойнее, наверное. Если ну, мы видим, ошибка, что очередная ошибка Маркина в атаке.
И, наверное, сейчас Алексей Верба будет посматривать на свою скамейку. А там кто может поменять? Антон Карпухов есть, который высокого класса и молодой, 98-го года рождения, Роман Пашин на этой позиции. Я думаю, что мы кого-то из них, безусловно, увидим. И Эйнс, еще Волков. Ну, хорошая была первая подача. Почувствовал, видимо, уверенность в себе и во второй. Ну, отмечаю, что 4 очка, которые получил Кузбасс, они были явно не по игре. А как бы так случилось, что Факел сам ошибся. Те ошибки сделал, которые он не должен был делать. Ну вот, и вернул сейчас на подачах Волкова. Вернули. И еще одна подача, еще один Нейс. Да, ну вот, разозлили. Дмитрия разозлили, да, и, наверное, это не нужно сейчас было Кобзарь делать. Сейчас, наверное, Кобзарь думает, зачем же я это сделал, ну, может быть, переживает, но на уровне ошибки, подачи, безусловно, очень большой риск. И посмотрим, как сейчас Дмитрий справится или нет. Будет еще более рисковать. Еще рискует. Еще рискует. И еще рискует. Третий есть. Ну, там остановите его кто-нибудь. Остановите. Вербов не берет пока что тайм-аут. Может посмотреть заступ. Уж больно толкался в площадку. Наверное, будет смотреть. А заступ, наверное, все-таки был. А, да, заступ был, наверное. О. Ну, жаль, да, жаль. И так-то, конечно, было бы хорошо три подряд. Так, ну здесь справляется. Начали агрессивно подавать. И на высоких мячах играют обе команды. Ничего не получается организовать в третьей зоне. И кто искуснее сейчас на высоких мячах? Еще раз посмотрим. Против тройного блока. Хорошо, что мяч между ног у Дениса проскочил. Да, так чуть-чуть было все на грани. Ну, Александр Гуцарюк на подачу у Факела. Давай, Александр, ждем от тебя еще один матч подряд с Эйсом. Но сейчас Поле да, показывает мяч площадки, да. Обмочаев неуверенный, тут же скидывает руки, якобы аут. Будут смотреть Вербов. В любой ситуации сегодня нужно смотреть. На грани мяч. Да, ну, наверное, да, в линию все-таки попал. Все-таки попадает, да, мне кажется. В линию, я думаю, попал, но сейчас будет смотреть Кузбасс. Только я говорил про то, что, в принципе, каждый матч из последних Александр Гуцалюк с не такой уж угрожающей подачей получает эйс, бывает и не один, и... Ну, мощный игрок, и вроде бы так не сильно вкладывается мяч. Да, мяч да, попал площадки. В площадку, да. Попал, и, конечно, сейчас бы надо Александру не повторить этот эпизод, именно попадание в эту точку, а, наверное, я думаю, упростить просто подать. Надо. Подать, потому что по игре Факел переигрывает Кузбасс, и блок работает, и не нужно слишком сейчас именно игроку, который не имеет убойную подачу, рисковать. Посмотрим. Считает ли также Александр? Нет, он так не считает. Нет, он не считает. Да, он принял свое решение, решил, что он сегодня готов на все. Кураж, возможно, да, но он, хотел наверное, поймать. Все-таки нет. Ну да, Александр Маркин будет подавать у гостей. Ну, две ошибки было у Маркина. Посмотрим, как он подаст подачу. Сказались ли ошибки в атаке на подаче? Нет, ну, снова подает, выбитый но Богдан... прием и атака на высоком мяче. Мачаев, пытается Маркин пытается сделать все, чтобы достать этот мяч, но отличная атака. Кобзарь побежал. Да, Кобзарь побежал, да, и пытался достать, но уже был близок у цели. Но даже если бы сыграл ногой, уже был под балконом, я думаю, что мяч в этой ситуации спасти было уже невозможно. Тимофей Жуковский, наш... белорусский хорват, легионер. Правильно, Мачаева на высоком мяче, обман Жуковский, Волков. Отлично, здорово. Именно в том направлении, где стоял всего один игрок в защите, не успели организовать защиту над сеткой игроки Кузбасса. И, конечно, Волков сыграл правильно, абсолютно. Давайте еще раз посмотрим по первой зоне. Марк ну, отлично, просто видит площадку. Ну и сейчас Вербов наконец-таки берет тайм-аут. Давайте послушаем, что он сейчас будет говорить своим подопечным. Давай, мужики. Прием плюс, то, что сказали, R3. Да, можем прыгнуть. Все равно то, что играет край туда и же голову. И вперед очень быстро, сложно успеть. Переведите, пожалуйста. Ну, тренер своим игрокам сказал, что на высоких мячах выбитый прием, очень много выбитого приема, нельзя организовать быструю атаку. И получается в краю играют очень низко.
И блок справляется, смягчает. Надо по высоте. Успевать надо, даже голову перекрывать. Нет, именно атаковать по высоте своим игрокам. Явно факел переигрывает по высоте в атаке блокирующих. И увлекается Кузбасс силовыми атаками. А надо играть по высоте. И вот он правильно сказал. И, ну, нелепый мяч совершенно. Да, да, да. Уже спасал Севажелис мяч. Почему Богдан не разобрался и просто, можно сказать, подарил очередное очко Кузбассу, который его совершенно мог не выиграть. Давайте еще раз посмотрим. И снова была хорошая подача. Просто перебивался мяч снизу, мог принять и получить быструю атаку. Край, ну, жаль, жаль. Михаил Щербаков сейчас на подаче у Кузбасса, но справляется... Первый темп, и сдали его. Сейчас нельзя было отдавать первую темпу. Шманович уже ждал передачу, медленная передача в три. Нужно было подождать, отдать в край. И вот видите, после той ошибки, такой невынужденный, тут же плохая атака, игра на блоке и возвращение в игру Кузбасса. Рискует Чербаков, но определенный... Риск, конечно, подразумевается, потому что надо раскачивать прием, они это понимают прекрасно. Надо быстрой игре они не успеют, да, и, конечно, наверное, все-таки помоложе игроки факела и, скажем, физически более прыгучие, могут мяч снимать на более высоком, высокой точке, нежели соперники. Хорошая Севажелис по скорости. Классно сыграл, 4 по 4, именно по скорости подходит, извиняется, перед Дмитрием Волковым, который занял правильную позицию. Да, но настолько резкий мяч, что даже увернуться от него невозможно. За счет скорости, да, этот игрок всегда играл. Не так высоко сбивает, но очень быстро. Иван Зайцев на подачу гостей. Шоджи хорош. Сложный был мяч, уходящий сброс, Зайцев на месте. И тут же сброс. Коптер переиграл, да, на сетке. Переигрывает, хотя тут сидеть надо всегда. Знаем этого игрока, который очень часто пользуется этим элементом. Показ передачи и сброс левой рукой. И вот сейчас он классно это продемонстрировал. И, конечно, даже если ты сидишь близко, высокий игрок, связующий почти по 2 метра. Очень сложно защититься. Зайцев опять подал. Рисковал, и следом, да, серия не случилась. Ошибается. Вторая ошибка на подаче во втором сете у Кузбасса. Не идет игра. Два очка в копилке. Да, игра явно не клеится у Кузбасса. И факелу, конечно, в этой ситуации просто нужно играть с минимум количеством своих ошибок. Дикарев. Хорошая подача Дикарева. Да, отлично. Переходящий мяч плюс Дикарева. Гуцалюк просто завершил розыгрыш. Розыгрыш двух центральных блокирующих получилось. Да, можно сказать и так, да. Ну, отлично на подаче. И мы сегодня видим, что даже не такая быстрая подача — это проблема для Кузбасса. Как-то не готовы они на приеме, хотя никогда не страдали этим элементом. Но сегодня так. Прощает подачу. Правильно делает. Что это происходит? Да, Маркин явно напрашивается на то, чтобы пришел другой игрок на площадку. Это Карпухов идет, меняет Антон Карпухов. Александр Маркин меняет. Опытный игрок, 88-го года рождения, 1,97 м. В Лиге нации позапрошлом году играл в составе сборной России. На 3 очка опять факел впереди. Но и ошибается сейчас Дикарев. Надо было упростить. Предыдущая подача на грани, да. Но не нужно было бы еще усиливать. Это был явный неоправданный риск. И, конечно, можно отметить. Я хочу что сказать, что Дикарев владеет и силовой подачей, и планирующей. Да, он же упрощал. У него не слабее силовой. Она очень неприятная для приема. И он бы, конечно, мог пользоваться и той, в зависимости от ситуации. И сейчас, если бы он поменял эту подачу, перешел на планер после силовой, было бы неожиданно для выходящего игрока, который еще в игру не вошел. И, конечно, вот эта ошибка при новом игроке, она совершенно не нужна. А мне показалось, что логика была в том, что он до этого упростил подачу, но там повезло, получилось, что по факту-то повезло. А вот потом решил уже силовую исполнить. Как чередовать? Возможно. Жигалов. Ксманович справляется сам же первым темпом. Жигалов на месте, но скрутка хорошая нападающего, и защитник не смог справиться. Работает зона Кобзаря.
смотрите, все передачи зону, ничего не удалось предотвратить над сеткой. Жуковский переживает, что не успел. Да, ну мог, конечно, удалось принимать. Здесь Красманович подает. Получается, у него, как ни странно, подача получается. И тут же ошибка Жигалова в атаке. И опять своими руками факел Кузбасс приближает к себе на одну очку. Ну, просто хотел по линии, но что-то вот... Еще раз рискует. Нет, упрощает. Шот же хорош. Еще раз Жигалов, да, теперь сейчас одиночного блока. Сейчас здорово, быстро. И, конечно, слетающий блок даже одиночный у Карпухова. Да, не вошел пока в игру. Нужно этого игрока загрузить на приеме, безусловно. В него подавать. То, что должен был Дикарев сделать, не сделал. И сейчас мы видим, пока еще не готов играть в полную силу. Посмотрим, насколько он поможет. Сейчас сетка смягчает. Опять скидка. Опять? Не готовы. Еще раз напомню, что этот игрок может хоть 5 раз кидать. Это не свойственно связкам. Но если он завелся, он тоже заводной такой. Я думаю, что эмоциональный фон Кобзарь не сбросил. И будет, если у него получается, туда еще кидать и кидать. Пока не буду издеваться, надо с этим что-то сделать. Шот же отлично на приеме. Опять Жигалов, одиночный блок. И в защите классно стоял на своем месте Кобзарь. И, конечно, стоял как вкопанный. И мог, конечно, иметь шансы за этот мяч сыграть. Ну, большая была, конечно, да, сила удара. Скорость очень высокая, полета мяча. Человек... все равно, как бы не тренировался, очень сложно его остановить. Ну там в любом случае Шот же успевал. И могли еще Гусарев разыграть. Риск на подаче, правильное направление обмочает. Мы с вами видели, что с первого сета очень неуверенно себя чувствует в этом элементе. И в него надо подавать, подавать и подавать. Я просто сейчас наблюдаю, насколько именно Гуцалюк включился именно за весь сезон. Именно он, ну, матчи 5 назад он прям включился вообще конкретно в игру. И еще раз него, ну, теперь могут играть первым темпом от, вглубь, из глубины в вбрасывание мяча в третью зону. Это тоже фишка Кобзаря, и об этом прекрасно знают. Но Щербаков, конечно, неудержим. Очень быстрый съем, и чуть-чуть опоздал, ничего сделать нельзя. Карпухов, первая подача в его исполнении, да. Ну, тоже мы видим, что в игру-то втянуться сложно, да. Но нервная составляющая все равно оставляет шлейф за собой. Мы это видим, не все получается у Кузбасса. И, в принципе, наверное, во втором сете все в руках факела. И как этим все они смогут распорядиться, давайте с вами в ближайшее время увидим. Ну, главное сейчас подавать ошибка. Такие опять ошибки. Вроде это бы и упрощал. Не нужно. Это отдаете инициативу сопернику. Это не нужно делать. Это невынужденная ошибка называется в волейболе. И, конечно, все время приближение в счете соперника факел организует своими руками. Михаил Щербаков на подаче у гостей. Хорошая подача, но справляется Волков с приемом. И Богдан будет атаковать. Нет, Богдан переигрывает. Сброс двумя руками. Щербаков там, где надо. И Зайцев против группового блока. Но ловит кураж. И куражный игрок. Безусловно, если у него пойдет, его не остановить. Этот Кобзарь понимает. И сейчас, конечно, классная атака. Очень мощный удар. Чуть-чуть не успел перевести руки. Замена. Появляется по позиции. Болдырев, да. Болдырев выходит на позицию. Чтобы улучшить прием, диагонального. Но я думаю, скорее всего, сыграть в зоне 4. Не очень уверенно, диагональный леворукий чувствует себя в зоне 4. И здесь просто сыграть четвертым на блоке. И может быть хватает. Именно в этой зоне. Упрощает подачу Щербаков. Богдан от блока вал. Очень важно было сняться с этого мяча. Сохранить преимущество. Нет, все-таки выходил Болдырев на прием. С приемом справились. Два очка, да. И сохраняет. И тут же Болдырев уходит. Да. Нужно было пройти эту расстановку. Ее прошли, и Богдан отправляется на подачу у факела. Ну, надо вот это двухочковое преимущество сохранить в концовке, потому что Кузбасс в любой момент может включиться в игру. Надо просто сейчас стабильно отыграть. Нельзя отдавать на ошибках мячи. Но не слышит меня Денис Богдан. К сожалению, и ошибается сейчас на подаче. Минимальное преимущество у факела пока что сохраняется. Но на подаче у Кузбасса Иван Зайцев. Ну, может принести неприятности после удачной атаки. Сейчас у Ивана может получиться.
Получается. Ну, шот же хорош, да, здорово. Сейчас сняться надо сразу, не получается. Отскок очень быстрый. Жигалов не принял решение, куда летит мяч, в аут или в площадку. И рабочее очко получает Кемерово. Вот эта вот ошибка на подаче могла стать роковой. Ну, конечно, не надо было трогать Жигалову. Мяч улетал в аут, он стоял неправильно, высоко очень. И, конечно, сложно было ему за доли секунды принять правильное решение. Зайцев. Еще одна. Видим, что пошла игра. Шот же хорош. Хорошо, что в шот же. И тут же надо было сняться с этой подачи. Здорово Жигалов делает. И надо бы сейчас... Брейк сейчас вообще нужно. Брейковое очко брать. Определенно. Жигалов сейчас будет подавать. А нет, Дикарев. Дикарев отправляется на подачу. Ну, посмотрим, какое решение примет Дикарев. Какая будет подача. Планер или силовая. Мы видим, что силовая. Но надо исполнять. Исполняет, исполняет. Выбитый прием, Сиважелис, обман. О, Дикарев как в защите. Но, ну, центральный можно винить, в защите, да, конечно. Ну, конечно, не защитник совсем. И, но выбрал место правильно. Обработать этот мяч, конечно, нужно было однозначно. Но не должны быть центральные блокирующие очень слабыми в защите. Но тогда ты и на сетке не будешь играть в ту силу, в которую тебя ждут. Сиважелис рискует явно. Кузбасс на подаче, Волков, и мяч куда пошел, показывает площадку. Будут смотреть. Ну, Волков арбитр показывает, что мяч ушел в аут. Давайте посмотрим, отскок был длинный, одиночный блок, крутящийся момент. С этой точки мы не видим место падения на нашем экране, но тем не менее просмотр будет. И очень важно. Арбитр показывает, что в аут, очко. Да. Очень важно, в чью пользу этот мячик будет отдан. Многое от этого зависит. Затягивается просмотр у нас, да, приглашают первого арбитра, не могут принять решение инспектор и второй судья. Ну, давайте посмотрим, в чем там загвоздка. Ну и, конечно, стоит напомнить болельщикам, что наш сегодняшний соперник, кемеровский Кузбасс, чемпион России сезона 2018-2019. В отличном стиле и, может быть, вот именно гегемонию казанского «Зенита» именно команда из Кемерово нарушила в свое время, два года назад. Возвращается сейчас арбитр. Нет, все-таки мяч в площадке. Показывает, было принято, что да. Линия зацеплена, да, мяч попадает в площадку, да. И очко будет таким образом в этом сете. Кузбасс уходит в лидеры в концовке этого сета 21-20. Чуть успокоиться надо. Сложная подача у Сиважелиза. Очень опытный игрок 1986 года рождения. И в сборной России играл в разных топовых клубах. И, конечно, он намного способен в этой ситуации. Прекрасно был в ней много раз и знает, как подавать. Рискует на подаче, и, ну, наверное, зря. Забросил мяч, да, чуть неудачно подкинул, но определил рисковать, значит, рискую. Но ничего не терял, в принципе, это равный счет 21-21. Обе команды вкатываются в равную концовку второго сета. Но все равно преимущество пока что за Кузбассом, так как они принимают и будут, ну, атаковать. В какой-то степени, да. Условное, да, и Максим Жигалов может это преимущество нарушить. Будет ли рисковать сейчас Жигалов? Да, он рискует, силовая подача, но справляется. Карпухов справляется. Зайцев, они переигрывают мяч в площадке, попадают. Брейковое очко для Факела сейчас. И благодаря Александра Гуцулюка, который сегодня здорово просто играет. Уже второй сет, и смотрим, успел перекрыть, линию перекрыли. И силовой нападающий Зайцев пошел просто в надежде на то, что блок не сомкнется. 22-21, Алексей Верба берет свой второй тайм-аут в этом сете.
Больше индивидуально тренер поговорил с игроками, кого-то подбодрил, да, сказал, что нужен прием. Тут, наверное, много говорить не нужно, все понятно, опытные игроки все понимают, да, концовка тяжелая будет. И сейчас каждая ошибка чревата потерей сета. И нужно сыграть просто более мобильно и концентрированно. Шикарно. Рискует, низко подбросил и, к сожалению, снова ошибка на подаче. Но обе команды после середины второго сета Кузбасс включился в подачу лучше, стал более агрессивно подавать и меньше ошибаться. Факел пока этим не блещет, продолжает много терять подачу. Ну, сейчас именно то, Сванович будет рисковать, у него планер очень сильный, неприятный, выбивается прием. Гуцалюк оказался в роли связки, какая ошибка, Волков, к сожалению, не попадает по рукам блокирующих, и 23 очко у Кузбасса. Никак Дмитрий не успокоится, не хватает какой-то уравновешенности. Внутреннее возбуждение не дает возможности сыграть более качественно. Играет то на руку, то против Дмитрия. Еще одна подача. Богдан хорош. И левый будет нападать между 6 и 5. Отлично в разрез блока. Плотная концовка нас ожидает, дорогие друзья. И видим, что Максим Жигалов — это основная ударная единица в концовке второго сета у Факела. И Жуковский это прекрасно понимает. 23-23. Волков, мы видели, как он сегодня блестящую серию из двух выдал, мог и третью, но сейчас выбивает приемом. Сивашвили классные, разбираются с первым темпом, будет рисковать, Кобзарь рискует, это он умеет делать. Здорово он может играть и в атаке, на передаче, на сбросах. Очень самолюбивый и лидер, безусловно, своей команды, и как капитан, и как игрок. Абсолютно точно. Ну и первый сет-гол за гостями. Подача как раз таки Кобзарь, герой предыдущего розыгрыша. Справляется, но выбитый прием. Справляется. Тройной блок. По пальцам Обмочаев хорош в защите. Будет атака Зайцева. Так атака надо спасать. Зайцева. Жуковский спасает. Справляется. Ну и Богдан. О, Богдан ошибается, мяч уходит в аут. Ошибается, и что можно сказать, это партия неиспользованных возможностей Факела. Все сделали своими руками, и практически победу получил Кузбасс во втором сете благодаря усилиям Факела. Так в волейболе бывает. Партия нереализованных надежд. Да, возможности и надежд. Но становится все только интересней. И я думаю, что вся борьба у нас еще впереди. Мы увидим с вами классный волейбол. Чуть-чуть вернемся. Thank you.
после второго сета 1-1. И смотрим, атака равная. Статистика на ваших экранах. Блок выходит вперед уже Кузбасс. Мы помним, что после первого сета 3 блокирования в графе. Блок у Кузбасса был 0-4. Блокирование в одной партии — это очень много. Эйсов у Факела 8. Огромное количество. И ошибки Кузбасса. Факел подтянулся. 16 ошибок против 23. Ну что, еще раз хочу сказать, что, конечно, свои возможности, которые были у Факела во втором сете для того, чтобы победить, просто были растранжированы. И в концовке, кроме Жигалова в атаке, к сожалению, у команды не нашлось лидера, который смог бы сыграть на высоком мяче. И Волков, и Богдан сделали ошибки, которые позволили Кузбассу набрать те лишние 2 очка и 25-23 в концовке. Ну, к сожалению, так. То есть не Кузбасс победил, а Факел ошибся. И таким образом счет сравнялся. Ну, выводы нужно сделать. Ну, конечно, отмечу то, что вошел Карпухов. Я думаю, сейчас он останется играть вместо Александра Маркина, у которого, в принципе, ничего не получалось и в первом сете. Но отмечу то, что подача все-таки у Кузбасса полетела, агрессия появилась. Но пока в атаке не сказать, что они переигрывают, но, тем не менее, Факел много ошибался. Начал третий сет, начинается с обмана Жигалова, который сами же страхует. Жигалов еще раз на высоком мяче. Волков, Зайцев справляется, простите, но не добегает Сиважелис на сторону площадки Факела и не смог спасти этот мяч. Очко получает. Отыграли подачу, помешали друг другу Обмочаев и Сиважелис. Ну, наверное, Сиважелис просто не видел Алексея сзади за спиной. Ну, слава богу, никто травму в этой игровой ситуации не получил. 1-0. И Жигалов будет подавать. Посмотрим, как на этот раз. Не рискует в Зайцева, который добавляется в прием. А мы знаем, что этот игрок в свое время играл и на передаче, и в доигровке, и в диагонали сейчас. То есть, в принципе, это его можно всегда использовать. И в расстановке, когда он в зоне 2, мы видим, что он оттягивается и добавляется четвертым принимающим вместе с доигровщиками. Дотянулся сейчас Космонович в этом розыгрыше. Да. Сиважелис. Богдан, хорошо. Отличная подача. И с одним блоком поднял Гуцалюк. Но отмечу, что классный прием. И пауза была отличная у Жуковского. И не мог не прыгать с первым темпом Красманович. И, конечно, против одиночного блока по линии Волков-Король. Сам же Дмитрий Волков будет подавать. Давайте посмотрим, чем он сейчас будет удивлять. Он удивляет, силовая, но Мочаев хорош в приеме. Быстрая передача в край. Карпухов от рук отыгрывается. Да, отыгрывается. Здорово, да, здорово. Нашел единственный выход из этой игровой ситуации Антон Карпухов. Низкая передача, близкая к сетке и от блока вал. Ну, вот в этой ситуации, может быть, если бы Жуковский просчитал и руки убрал, то, конечно, бы решение уже нападающий бы не поменял, но этого не произошло. Красманович будет подавать. Шоджи справляется с приемом. Опять хороший хорошо. Прием. На голове можно первый темп задействовать. Не задействует. Высокий отскок Карпухов и Зайцев. И Волков в защите не останавливает быстро летящий мяч. Небольшой рикошет был от блока. И брейковое очко в копилке Кузбасса. Да. И вырывается, позволяет это брейковое очко вырваться вперед. Хоть и минимальное пока что преимущество у гостей. Но все же видно, что включились по ходу второй партии в игру. Кемеровчане упрощает сейчас Красманович. Ну и Жигалов. И Жигалов линию перекрывают. Его. Да, ну, может быть, не такая быстрая передача была сюда назад, во вторую зону. И, конечно, так как Щербаков здорово читает и уже переместился, смотрите, успевал. Но тут Карпухов хорошо на месте, зная направление, любимое удара Жигалова по линии. Но, наверное, мяч не доброшен был. Может быть, нужно было найти другое направление удара. Ошибка Космонович, но он, наверное, имел право на то. Третье очко на его подаче уже разыгрывалось. И, конечно, попытался рискнуть, но риск не оправдал. Ну, как мы сегодня отмечаем
Александр Гуцалюк, который, как ни странно, более сложно подает для соперников. И тут же Зайцев с задней линии, ну так близко толкнулся мощно, что уложил мяч со второй, по второй зоне в 3 метра. Кобзарь. Кобзарь отправляется на подачу. Ну, пока что хорошо складывается игра у Кузбасса, чего нельзя сказать про факел именно в третьем сете. Но прием пока что справляется. Сам хоть же будет и выбитый в атаке Богдан на высоком мяче. Да, хорошо отыгрался. С подруткой, да. Ну, что можно, немножко успокоились команды, как бы игра приобрела более спокойный вид, вошло в какое-то более уравновешенное русло, мы это видим. Ну, наверное, в этом отношении Кузбассу легче, опытные игроки, именно эта форма ведения игры им более, как бы, комфортная, они здесь могут себя чувствовать увереннее. Ну, и поэтому факелу надо все время с агрессией каждый элемент выполнять. Вот сейчас блок отлично работает, эмоции обязательно сегодня нужны, сегодня праздничный день. Напомним, четверть века волейбольному клубу «Факел», и, конечно, игроки хотят поздравить руководство, все, и болельщиков своих отличным волейболом стараются, но все, мы все понимаем, не все получается, но играет команда хорошо. Ну и, как вы можете отметить, форма такая сегодня у «Факела» ретро, и логотип тоже один из первых именно того времени. Жуковский, ну и опять ошибка, но никак не справится «Факел» с этим элементом волейбола. Ну, кажется, простому обывателю, ну, что-то такое, выйди и подай через сетку. Ну, мяч пытаются перекид, рисковать, да. Рисковать, усложнять, риск на грани фола. Ну и, конечно, не всегда технически удается игроку выполнить так, как он задумал. Выбитый прием, снова Богдан на высоком мяче и каким-то образом чудодейственным проваливает чуть такого опытного блокирующего, как Михаил Щербаков. Да, наверное, рановато прыгнул. Давайте еще раз глянем. И туда запустил между руками и сеткой мяч провалился. Ну, важно было сняться с подачи с этой. Видим, что прием у обеих команд не блещет. Но тому причина все-таки более сложная подача. Риск Карпухов тоже. Выбитый прием. Зайцев будет на высоком мяче. Шот же хороший, но быстрый мяч. Плохая передача Жуковского. Щербаков в роли связки. Будет еще одна доигровка. Теперь уже через Кобзаря. Обман. Решил полсилы сделать Сиважилиса. Мы знаем, что полсилы не всегда получится. Опыт большой, но прыгать все равно нужно. Хотел Олег Гапет сделать сброс боком сетки туда. Ну, конечно, у Евгения это на этот раз не получилось. Не идет в атаке игра у Волкова. Именно за второй сет всего лишь 2 из 8 смог реализовать. Это 13%. Ну, это крайне низкий показатель. Да, очень плохой. Еще один эйс Богдана. Очень важно. Надо давить, потому что именно вот это поддавливание соперника, пусть они нервничают, и только тогда они будут ошибаться. Спокойное течение матча сегодня не в планах, я думаю, «Факела», и это не выигрышный вариант. Как динамичнее нужно, да, «Факелу»? На фоне соперника. Давить обязательно, то есть агрессия, еще раз агрессия. Да, но вот, к сожалению, изменил направление подачи, но нет, хотел. Денис, не такая агрессия. Да, агрессивно было, но чуть-чуть не попало. Площадочку надо. Но, тем не менее, можно отметить, что у «Факела» уже преимущество, хотя были и в роли догоняющих в 2 очка. Но сейчас с минимальным преимуществом впереди хозяева площадки. Щербаков. Богдан. Опять выбитый прием. Снова приема обеих команд нет. Волков. Карпухов спасет, достает. Да, будет передача в край Сиважилису. Что Евгений придумает, а тут ничего не придумал. Дикарев перекрывает хорошо. И Виталий Дикарев, используя свой рост 2 метра 8 сантиметров по высоте, не смог Сиважилис найти его пальцы, кистями, лапами перекрывает направление 6-й зоны. Ну, на удачу бил Евгений, мы видели, да, но никто не подстраховал. Претензии предъявляет, конечно, своим страхующим, оправданно, наверное. Дикарев смягчает сетка. Сманович здорово. Редкий пайп Карпухова. Здорово разобрался Кобзарь в этой ситуации. Неожиданно для волейболистов «Факела», именно блокирующих, направил мяч на заднюю линию.
первый раз сегодня исполняет Павел. Ну, хотя дикая Гуцалюк среагировал. Волков стоял очень широко. Помочь он, конечно, в этой ситуации не мог. Зайцев ошибается вновь. Снова на этой площадке, да. Направо от нас площадки, да, как первым сети у него тоже не срасталось. Во второй партии у него пошла подача, пошла, но, первая, видимо, эта площадка опять чем-то не очень устраивает Иван. Ну, явно как-то психологически. Так, она абсолютно не есть такое, мы говорили уже не раз в своих репортажах, что по неизвестной нам причине какая-то площадка бывает в какой-то игре более удобная, какая-то менее одиночный блок. И сейчас Севажелис исправляется против Жуковского. Здорово в диагональ. И добивает до пола. За счет опять скорости. Смотрите, какая скорость. Отмечу, что игрок 86-го года рождения, 36 лет. Но скорость 37-й год совершенно не потерял. Лишний раз подтверждение, что игроки в таком возрасте совершенно не ветеран. И отличная атака. Первый темп тоже редкая. И, наверное, Красманович не ждал, потому что мяч был отведенный. И, в общем, по отведенному мячу бил Гуцалюк. Давайте еще раз посмотрим. Риск был определенный в этой передаче. Но разобрался Александр здорово по причине того, что все-таки очень быстро смахнул этот мяч. Плюс два. Волков. Севажелис отлично. Сброс от рук опять. И опять Карпухов продавил именно мяч. Здорово обладает этим элементом от блока в аут. И, конечно, не просчитал опять Жуковский его. Может быть, в этой ситуации нужно было ручки-то и убрать. Давайте посмотрим. Да, он играл явно на снос. И, конечно, может быть, правую руку надо было и опустить. Ну, это угадал. Это мы сейчас можем угадал, смотреть, не угадал. Говорить, да, это очень сложно. Это сказать, что игрок виноват, конечно. Манович очень, наверное, один из самых сложных на подаче игроков соперника. Еще раз Богдан, и опять не находит решение совершенно. И счет выравнивается 11-11. Ну, два таких удара достаточно простых для блокирующих соперников. Не нашел никакого решения. Нужно было что-то делать другое. 6 единиц. И смотрим, сколько эмоций у Игоря Кобзаря. Рад, что он справился с Богданом на блоке. Счет такой, можете загадывать желание, 6 единиц. Сбросы против Щербакова, это не проходит. Дотянулся пальчиком Щербаков. Это висячий игрок, который прыгает по времени очень здорово, висит. И, конечно, чтобы обмануть, надо играть более высоко, а более высокий мяч уже достается в защите. Давайте еще раз посмотрим, как здорово держал, как долго руки держал. И тут же замена по позиции. Жуковского меняет Антипкин. Сергей Антипкин. Да, что-то не получилось у Жуковского. Высота передачи, качество. Мы отмечали в первом сете, что пасовал Тимофей классно. Великолепно. Но потом куда-то все это растворилось. И сейчас простая подача. Посмотрим, как войдет Антипкин. Вошел хорошо. Высоту дал Богдану. Скорость дал Богдану. Богдан снялся с этой непростой подачи. Затряли на подаче Красмановича. И, конечно, здесь Зайцев ушел в край и мог бы сам сыграть. Ну и вновь накатло паритет. 12-12. Александр Гуцалюк с непредсказуемой подачей. Как вот так ее будет называть. Но тоже, наверное, непростой, как и Красманович сегодня. Именно центральные блокирующие представляют какую-то угрозу, как ни странно. Тут же на блоке хорошо играет Дикарев. В край Карпухов опять будет страховка. Еще третья атака. Снова Карпухов. И снова можно сыграть. Можно, и можно почему не доставать. Сыграл? Почему не сыграл Денис Богдан, непонятно. Он был уже в точке падения мяча. Просто надо было выбить его в середину площадки. Давайте еще раз взглянем. Да, и вот, помешал Дикарев. Да, он мог доставать. Дикарев сам, да, в руки мяч. Обидно. Опять своими руками. Опять продолжается то, что мы с вами видели во втором сете. Да, и тут грудь. Же подача на вылет Волкова. Эйс. А это Кобзарь сегодня делает намеренно. Какая-то у них стычка произошла в первом сете, мы с вами помним, да. И сейчас именно в действиях Кобзаря он хочет доказать, что именно он может и на Волкове выигрывать на подаче. Он это здорово сейчас показал. Два очка уходит вперед. Кузбасс. Именно сейчас повторит, именно Волкова. Да, Волкова. Да, и Волкова, Волков повторяет, снова не справляется. И не достает это эйс. И второй еще подряд. второй эйс. Вот что значит спортивный характер и спортивная злость. И спортивное такое соперничество именно идет между игроками. Да, тайм-аут Яковлев берет. Вынужден взять. Тут, конечно, это три очка решение. Уже преимущество. Ну и несколько брейковых очков. Давайте послушаем.
Приходят в пижаме болельщики, ну, классно. На радость зрителям. Ну и конечно, болельщикам. Отмечу, что очень грамотно играет Кузбасс в третьем сете. Наладили свою игру, они стали очень эффектно играть, играют спокойно, уверенно. Ну и прекрасно понимают, что Факел много ошибается и просто ждут ошибок еще. Мало того, что сами заиграли в спокойный волейбол, ну и терпеливо ждут. А Факел то, что делал, ошибался и так ошибается. Это все наказуемо. Предыдущий мяч, помним, да, Дикарев не обработал, чтобы довести и получив догонку минус 3 на подаче. Еще одна подача помогает. Богдан сам же будет в краю против одиночного блока. Удалось. Щербаков все сделал правильно, но грамотная атака в диагонали. Отскок вам. И нужно было сняться с этой очень сложной подачи. Мы видим, на какой высоте Щербаков блокирует. Отлично прыгает. Но тоже возрастной игрок. Переиграть сложновато. По высоте, если... Антипкин. Возможно, Карпухов вообще хорош в приеме. Быстрая передача в край. И опять переигрывает через крайнего. Теперь Зайцев. Сброс грамотный от рук. Ну, здесь площадка. Ну, полностью нашли свою игру, можно так сказать. Началось это все еще во второй партии. Но сейчас в третьей пока что переигрывает. Ну, сникать не нужно. Немножко Факел паник. Ну, совсем не нужно ничего не делать сверхъестественно. Кузбасс, он просто аккуратно играет и начал подавать подачу. Сейчас надо находить контр-игру, но она развалилась в какой-то степени. И тут же атака Сиважелеса очередная. Опытные игроки это понимают, начинают агрессивно атаковать. Конечно, это правильно. И таким образом, раз ошибки посыпались, и надо добавить в агрессии в атаке, что Сиважелес классно показывает. И на блоке снова дырка. Блок не работает, разладился прием и... Ну, защиту сложно принимать такие, общая игра. Такие быстрые мячи. Ну, в этом-то и искусство, что надо держаться. Пайп без блока, Ну, редкая атака. Но за этим пайпом последовало дальше несколько розыгрышей хороших. Мы ждем от Факела Эйнета. Надо возвращаться в игру. Это просто съем с подачи. Да, съем с подачи. Как он играет роль, но не такую. Конечно, брейковые очки гораздо важнее. Вот сейчас на своей подаче неплохо бы сыграть сзади и довести. Денис Богдан. Хорошая подача. Мачаев справляется. Сброс. И сейчас двое падают. Так, так, так. Но есть возможность заковать. Жигалов тройной блок. И опять натыкается на руки. Прямолинейно как-то Жигалов сейчас атаковал, конечно. Ну, не хватает подкрутки. А мы знаем, что Максим это умеет делать. Почему сейчас не подкручивал вправо, чтобы на снос мяч отскочил, неизвестно. Да, и опять центральный блокирующий перекрывает направление шестой зоны. Плюс 4 на подаче Щербаков. Ошибается. Легкая очка для Факела. Рисковала. Было видно, но большое преимущество. Даже 3 очка это очень много. Виталий Дикарев. Но сегодня не было от этого игрока усложнения для Кузбасса. Ну, посмотрим, как на этот раз случится. Не, ну было одно, он даже эйс оформил. Быстрая передача. И попадает в площадку, попадает в площадку на пересечение трехметровой с боковой линией. Да, смотреть не нужно. Попадание было. Иван Зайцев отправляется у Кузбасса, будет подавать. Ну, рисковать будет Иван, это абсолютно точно. 4 очка преимущество. Практически ничего не теряешь, можешь тут приобрести. Рискует, ну, не попадает. Да. Ну вот не идет как-то у Ивана Зайцева именно на этой половине. Все-таки действительно подачу можем это отметить. И в сетку было сыграно, и сейчас дал. Немного играет Кобзарь сегодня с Зайцевым. Хотя такая, ну, грозная единица. Связка, да? Да, поэтому больше используют центральных игроков центральной зоны сетки и доигровщиков. Непредсказуемая идет игра у Кузбасса. Жигалов. Мачаев хорош в приеме. Сиважелес. Шоджи здесь. Шоджи в защите хорош. Ну и сейчас бы доиграть, придумать что-нибудь Волкову. Касание сетки показывает, но свистка нет. Доигрывает. И от блока мяч Зайцев хорош в атаке. Те же
4 очка остаются. Яковлев что-то хочет посмотреть. Да, будет просмотр игрового эпизода, отправляется второй может арбитр. Быть, касание сетки на блоке, что тут еще может быть. При спорном мяче, при давлении, может быть, Красманович задел сетку. Давайте посмотрим. Именно, я думаю, этот эпизод попросил посмотреть Роман Яковлев. Есть уже решение. Не было касания. Касание сетки ногой, может быть, да. Но сетка дернулась. И у Волкова там было касание. Да. Не было касания, поэтому запрос не удовлетворен. Еще один плюс 4 остался. У Кузбасса остается. На сложной подаче Евгений Сиважевич. Да, очень сложный переходящий мяч. И Волков как-то рассыпался. Можно было этот мяч играть дальше. Но эмоции. Зашкаливают эмоции. Разлаживается все остальное. Надо чуть собраться. Попробовать играть более разумный волейбол. Не такие молодые сегодня игроки. Волков. Волков 25-26 лет. Это уже самый рассвет. И, конечно, многое уже повидать. Надеемся на то, что сыграют они в дальнейшем более продуманно. Ждем этого сброса. Мачаев пластается, достает Зайцев на групповом блоке. Как по линии. Здорово. И вот мы видим, что становится Зайцев в атаке неудержим. Наступил именно час Зайцева. Минута там, 10 минут. Но почувствовал это Кобзарь. Отдает ему передачу. Очень много оставил Волков по линии этому нападающему. А, конечно, такой мяч, самое короткое расстояние полета мяча в защите сыграть невозможно. Второй тайм-аут Факела при счете 16-22. Ну, и берет сразу же, реагирует Роман Яковлев, берет перерыв. Давайте послушаем. Но больше как именно эмоциональный заряд. Нужно обязательно сейчас сниматься в плащ с этой подачи и возвращаться в игру. Есть еще шансы, конечно, будет сложно. 6 очков отставания. Это очень-очень солидно. И, наверное, мало таких случаев есть, когда оформлялись камбэки при таком счете. Ну, тем в волейболе не менее, все может быть. Верить мы надо. Помним первый сет. Противоположные были цифры на табло. Да. В пользу Факела такой же счет мы с вами наблюдали. Поэтому как бы в обратку все пошло после тяжелого второго сета, где концовка все решала. Преимущество большое у Кемера. Евгений Сиважелец. Риск на подаче после тайм-аута. Еще одно очко в копилке Кузбасса. Все развалилось у Факела, но нужно держаться. И концовку нужно играть. Это будет задел на следующий сет. Нельзя опускать руки. Но что-то не срабатывает, что-то не получается. И самое главное, нет подачи. И развалился прием. Продолжит Сиважелец подавать. Задержался он уже на подаче. И рискует, и рискует. Добавляется и проходит. Жигалов. Прием сам же принял. Будет атаковать по линии. Это ему удается, но достает. Сиважелец достает мяч. Это фрибол будет для Факела. Есть прекрасная возможность сняться стоят с этой подачи. Стоят уже все на блоке. Первый темп и ваут опять. Плохая передача. Теперь Антипкина непроброшенный мяч. И, ну, Роман Яковлев будет смотреть сейчас. Гуцалюк пытался вправо, слева направо, справа налево скручивать мяч. Неудачная передача. Ну, я бы не винил здесь нападающего. Недоброшенный мяч. Можно посмотреть. Это как пауза очередная для команды. Но большой отрыв, уже с этим поделать ничего нельзя. Поэтому надо просто спокойно завершить эту партию и пытаться бороться в начале четвертого включиться сета. Сразу же допускать как можно меньше ошибок, особенно на подаче. Ну и попытаться включить блок. Был хорошо, работал блок и в первом сете у Факела, но потом что-то пошло не так, есть уже решение, но не было касания. Да, касания не было, да, уводил, да, ну чуть-чуть, да. Недоброшенный мяч, и был бы он левее, было бы все гораздо лучше. Ну и задержался Сиважелец на подаче. Отмечали мы сегодня, что в прошлом туре Сиважелец очень классно подавал Санкт-Петербургом, и вот он эту подачу возвращает. Повторяю, но
Ну, это он мог сделать. Для его команды ничего не случилось. Партию эту Кузбасс доведет до победы. Ну, 8 очков это слишком много. Вернее, 7 очков. И, конечно, редко на таком уровне кому удавалось ликвидировать это отставание. Какой-то такой патч, кому 17% шанс, рискуете, выбитый прием. Сам же в приеме на высоком мяче Карпухов. Шот же пытается достать, достает Жигалов. А Жигалов опять работает, в центр бьет блок. А теперь Красманович разбирается с ним на блоке. Еще очередное очко на этом элементе у Кузбасса. И огромное преимущество именно по блокированию. 25-17, заканчивается третий сет, 2-1, гости выходят вперед, пауза, но еще ничего не завершено. Возвращаемся мы, друзья, во дворец спорта «Звездный» после третьего сета. Впереди гости площадки, кемеровский Кузбасс, «Факел». Пока что хозяева площадки в роли догоняющих. 1-2, и сейчас статистика на ваших экранах. Ну, Кузбасс вырвался явно в атаке. Это за счет именно третьего сета. Получил преимущество. В атаке гости себя чувствуют очень комфортно. Переигрывают на блоке. 9 блокирований за 3 партии. Это хороший показатель. Ну и количество ошибок пока у Кузбасса чуть больше, но это совершенно не мешает им лидировать в этом матче. Ну, все может измениться. Надеемся, верим в «Факел». Ну, еще раз возвращаясь к партии второй, скажу, что, конечно, неиспользованные возможности дорого стоят. И мы помним, что все было в руках «Факела». Но проблемы начались там. Непонятно, по какой причине. Тем не менее, произошло. Именно, да. А дальше все успокоилось и устаканилась игра Кузбасса. И стали ждать, как ошибок соперника. Наладили свой волейбол. А волейбол Кузбасса, именно это малое количество ошибок. На этом стоит команда. И это позволяет этой команде сегодня находиться в лидирующей группе в турнирной таблице чемпионата Суперлиги «Пари Матч». Ну что ж, маленькая пауза, сейчас все будет продолжено. Ну и, конечно, надо просто сделать правильные выводы, попытаться не рассыпаться в начале, вернуться в ту игру, в которую показывал «Факел» в первом сете с хорошим качеством волейбол. Денис Богдан будет начинать этот сет. Ну и архиважно начать его уверенно. Скандируют трибуны, поддерживают. И великолепно Богдан. Хорошая подача. Выбивает. Да, не знал, принимать или нет. И будет фрибол. И сейчас надо им здорово воспользоваться. Антипкин остался в роли связующего. И все сделал здорово. Севажилис на блоке смягчил. И все-таки замена Александра Маркина на Карпухова. Она
какой-то степени, ну, помогла Кузбассу, но не яркая единица сегодня Антон Карпухов. Мы видим, что этот мяч, конечно, он мог сыграть более качественно, но сыграл на сетке неплохо, не так часто ему направлял Кобзарь передачи. Тут же не справляется на приеме. Снова выпитый прием. И Сиважелис пытался найти пальцы, не находит. И начало четвертого сета за Факел. Вторая ошибка Кузбасса. Ну, будет просмотр. Вербах берет просмотр. Давайте с этой точки взглянем на атакующий удар. Но Сиважелис абсолютно уверен, что пальчики он зацепил блокирующих. Но небольшая пауза. И после этого мы с вами примем решение арбитров. Ну, мы неоднократно видели вот такую игру у Факела, когда он, уступая после трех сетов, включается в четвертом и переводит. Да, было касание, видим, да, было касание на блоке, это четко видели игроки. Да, грамотный удар, грамотный очень, по пальцам, да. Ну, это та ситуация, когда не нужно искать площадку, нужно искать руки блокирующих, и опытнейший Евгений Сиважелис будет подавать. Справляется Богдан с приемом. Скидка. О! В защите хорош. Ксманович, вынужденная передача. Тройной блок. И неорганизованно поставленный тройной блок. И уже преимущество по счету в начале четвертого сета получает не Факел, а Кузбасс. Ну, сейчас здорово сыграл Кобзарь. Очень быстро среагировал на отскок Обмочаева. И сумел не просто подбить мяч, но еще и дать передачу. Готовится Алексей Сафонов, наверное, в третьем выйти вместо Дикарева. Напрашивается эта замена. Дикарев как-то паник. И тут же накат Сиважелиса. Отличная подача. Показ сильной подачи. Низко сели принимающие, а он накатил в зону 4. И уже с низкого старта Богдан не успел даже подняться. Уверенный старт у гостей. Сиважелис, ну, герой, наверное, вот, так сказать, третьего сета, который задержался там в концовке и пробыл, добыл столько преимущества для своего клуба. Ну, сейчас хорошо атакует блок по высоте. Чуть узкая, да, мы договорились, связующий с нападающим, разрыв блока. И не дает уйти дальше в счете соперникам. Это важно Факелу. И сейчас просто нужна концентрация и грамотные действия. Виталий Дикарев на подаче у Факела. Что он приготовил, но силовая будет. Сетка смягчает. Пайп. И пайп. Самостраховка. Сам же будет, но это блокирование второй передачи, что запрещено правилами. Здорово Кобзарь показал, что будет нападать. Волков поднялся. И опять он в этом противостоянии между Волков и Кобзарь. Выигрывает Кобзарь. Более опытный игрок. Классный показ, что ты будешь нападать. Потом передача. А Волков уже перенес руки, а блокировать вторую передачу правильно в волейболе запрещено. Спровоцировал на блок и здорово сыграл. Тут же Волков в атаке. Возвращает должок сопернику, да. Как бы да. Такое противостояние интересно. Вот и пытался справиться. И смотрите, опять успевал. Успевал реагировать, да. Ну и он среагировал только. Трос, в хорошей спортивной форме находится команда, мы видим. Но, конечно, более опытные, безусловно, Кузбасс. Но надо эмоциональный фон добавить Факелу и, конечно, почище бы сыграть во всех элементах. Вот сейчас снова справляется, будет рисковать Сиважелис, рискует. Жигалов неплохо выбивает, непростой мяч. Волков от блока баунт. И вот-вот-вот горячая рука Дмитрия начинает работать. Ну и сейчас, и надо, сейчас правильно надо ему Антипкину, да, туда кидать. И, конечно, завелся Дмитрий. И сейчас будет он сейчас, наверное, получать каждый мяч. Ну, каждый нет, конечно. Ну, хотя бы побольше отдать. И то, что он начал зарабатывать очки без защиты у соперников, это очень важно. Именно в этом отрезке вот этой партии, четвертой, Жигалов рискует, Карпухов здорово, сам первый темп рискует. Первый темп прикрывает, это уже авантюра Кобзаря, слишком длинная сторона, первый темп не нужен совершенно, но авантюрно сыграл, но при таком счете, наверное, Игорь имел право на эту авантюру. Ясно, что его перекроют, потому что очень долгий полет мяча. Ну и как попадал, конечно, Гуцалюк великолепно. Направление, да. Направление, руки так влево направил. Важный блок, очень важный.
Вот сейчас начал «Факел» поддавливать, поддавливать, и это очень важно. И Жигалов сетка смягчает, но Мачаев выбитый прием. Она наоборот становится усложненной. Зайцев переброс. Шоджи хорош, смещается здорово, плохая передача. Антипкин ужасная прочитали передача. Ну что такое? Уйти на плюс 2 и получить равный счет. Но в своих руках все. И «Факел» продолжает натыкаться на то же, что и он делал. А Гуцалюк зацепил этот мяч. То есть по скорости передача была направлена Антипкиным очень медленно. И, наверное, Жуковского стоило бы вернуть в игру. Богдан хорош на приеме. И Жигалов. Защита отлично от Кобзаря. Сегодня здорово Игорь играет. Пайп опять тоже некомфортная и передача. Никто не пошел на этот мяч. Да, как здорово разобрались в защите. Стояли там, где надо. Мачаев сделал все, что мог. Ну, может быть, чуть-чуть подустали, потому что четвертый сет все-таки достаточно энергичная игра. Энерготратная. Физические кондиции не у всех одинаковые. И, наверное, это явилось причиной того, что Зайцев не пошел на этот мяч. Давайте еще раз посмотрим, да, который был за спиной. Снова выпитый прием. Высокий мяч. Зайцев справляется в атаке. Как хорошо он по рукам. По хорошей высоте от блока ваут, да, без вариантов для «Факел». Паритет на табло 6-6. Но по сетам впереди гости площадки. Кузбасс. Ну и сейчас Карпухов отправляется на подачу. Снова остро подает. И будет не очень удачная передача. Далекая. Ну, и хорошо, что оставили линию. И мы знаем, что это не так просто с отведенного мяча играть по линии. Риск большой не попасть в площадку соперника. Но рискует Богдан, и ему это удается сделать. Александр Гуцалюк. Ну, в первом сете, помним, Александру удавалось на этой площадке подавать, но сейчас теперь нет. И, конечно, в четвертом сете, безусловно, те, кто будут меньше делать ошибок на подаче, но атака подавать более остро, тот, конечно, и получит в итоге очковое преимущество. Все лавры. 7-7. О, и тут же наказывает Щербаков. «Факел» за ошибку на подаче. И мы этот элемент игры подача приобретает решающую роль в конечном итоге в этой игре. И, конечно, в этой партии это уже понятно, кто сыграет на высоком мяче и кто будет более остро подавать. И тот добьется успеха. Тут же ошибка на подаче. Ну, а тот же Рыбаков проиграл. Ничего нет, в сумме не потерял для своей команды. Две партии в запасе есть, и Кузбасс может играть более свободно. Ну вот, мы видим, что в третьем сете хорошо. Я сейчас по статистике смотрю. Хорошо включился в игру Антон Карпухов, который 67% реализовал в атаке. Ну а также видим, что у Зайцева игра пошла в атаке. 71% атаки. Ну сейчас не смогли разыграть «Факел». Ну, да, Игорев опять не справился. Сеточный мяч, который падал в сетку, нужно было направить назад. Он его сыграл обратно в сетку. И, конечно, уже угла переплива у Богдана просто не было. Переходит на планер Зайцев. Не так часто он это делает. Неудачная передача. Низкая. Сергея Антипкина. И, кажется, касание антенны. Сейчас будут смотреть. Показали судье, что вроде бы как после атаки Богдана. Смотрите еще раз, да. Мяч, касание сетки рукой, наверное, не было. Но, может быть, мячом. И там антенна была близкая. Если мяч задел антенну, это ошибка Кузбасса. Если не задел, то, наверное, будет спорный мяч. Ну, я еще посмотрел по статистике именно в третьем сете, как мы говорили, что ударная сила «Факела» — это Максим Жигалов. У него как раз-таки 1 из 8. Его 4 раза его закрыли на блоке. Да, ну не было касания. Касания сетки не было, значит, будет спорный мяч. Ну, тут антенны тоже не было, это просто сетка свибрировала. Да, антенна была слева, касание антенны мячом тоже ошибки не было. Что-то второй арбитр идет к первому посоветоваться, да. У него какое-то, может быть, свое мнение на этот счет есть.
небольшая пауза, которая у нас затягивается в более длинный эпизод без игры. Ну, пока что давайте еще про статистику расскажу. Отмечу Эрика Шоджи, у которого 71% позитивного приема. Довольно-таки высокий, хороший процент. А у Алексея Обмачаева 33%, именно если за лидера говорить. Но Антон Карпов не только хорошо вошел именно в атаке. У него и в приеме также 67%. 50% у Евгения Сиво-Железа. Ну и все, в принципе, там по одному приему было у Космановича и у Зайцева. Ну, сейчас, может быть, протокол, ну, как бы тоже, может быть, пауза небольшая, заполняю, то есть разбирают, кто на подаче. И по счету, да, 8-9, 9-8, Кузбасс на очко впереди. Сзади. Шоджи. Шоджи подает, наверное, не очень правильно для Кузбасса. Шоджи сам же страхует. Нет, не достает здесь не уже. Не достает, и Богдан снова не находит... как распорядиться этим мячом. Отличный прием. Пауза, сложной, значит, подачи. Сыграла на... И очень зря, что, конечно, Зайцева оставили на подачу. Сейчас можно ждать от него любых неприятностей. И он будет заряжать, конечно, еще быстрее. Ну, пауза пошла явно именно на благо Кузбасса. Как мы видим, ну, Зайцев сыграл по-умному сейчас. Да, не стал, да, не стал. Хотя у меня была уверенность, что он подаст еще сильнее. Но такой игрок куражный, да. И когда у него получается, любит еще ускорять. А он более рационально. Наверное, сыграл неправильно, потому что получили быструю атаку волейболисты «Факела». Но должно быть продолжение. Как мы сегодня вам говорим, продолжение. Это только очко ликвидировано. Продолжение ждем от «Факела». Обмочаев в хорошем приеме. Посмотрим первый темп. Нет, Пайп, Пайп в исполнении Карпова реагирует на первый темп. И Пайп, конечно, на чистой сетке. Бей куда хочешь. Да, ну там не... Атака в первую зону. Антипкин был, да, и... далековат мяч. Мяч обошел, как бы обкрутил Антипкина. Сиражев. И снова пытался подать ему 4, да. Но, наверное, сейчас сам сомневается, Евгений, попал или нет. Скорее всего, нет, но отлично подавал. Если бы он еще раз туда положил мяч, я думаю, ну, хорошо, Волков укорачивал, для конечно. Мяча бы, конечно, не, не доставал, да. Не добрался. Хорошо укорачивал, но жаль, что он не попал именно в площадку. Снова выбитый прием, плохая передача, будет сброс. Дикарев, Дикарев наконец-то правильно располагается. Волков с места бросается, обмочает и все делает для того, чтобы этот мяч поднять. Дотягивается до него. Напомню, что Алексей Обмочаев, олимпийский чемпион 2012 года. Ну, паритет пока что на табло. Мы видели, кстати, этот отчет именно 11-11. Но тогда при счете по партиям 1-1. Как пойдет сейчас игра? Но видно все-таки, что «Факел» не выключился после третьего сета, который поиграл. Был очень неудачным. Да. Снова в Обмочаева. Обмочаев хорош сейчас в защите. Наконец-то здорово. Два раза в защите играет Дикарев. И накат Шигалова. Все ждали от него очень быстрой атаки. И встали чуть дальше, чем нужно было. Жигалов очень элегантно подкрутил мяч. Сделал таким образом удар под названием «Накат». А накат — это быстрое кручение мяча. Мяч не долетел до защитника. Очень тяжело переместиться. Мяч, мы знаем, в любом виде спорта летает быстрее, чем белый человек. Да, ну и берет сразу же Алексей Верба в тайм-аут. Пока что «Факела» преимущество в одно очко. Посмотрим, что будет дальше. Если нет отказа, ребят, пожалуйста, да, тревогу Про статистику «Факела», что здесь можно сказать? Низкий процент позитивного приема у Дениса Богдана, 14 всего лишь. Он может и умеет принимать лучше, но 57% в атаке. Также 40% у Волкова Дмитрия в атаке, это мало.
может Дима лучше. Сейчас хорошо на блоке переигрывает. Жигалов и ударная, и блокирующая сила получается, не только ударная. Ну здорово разобрались, да. Наконец-то поймали эту зону, это было очень важно именно в этот момент сделать. Вот именно подавить, да, Жигалов, но низкая передача. Кобзаря. Ну риск, Кобзарь все время пасует на грани риска в зону 3. В этой ситуации риск не сработал. Дикой. Обмочаешь снова и снова сброс. Ну сейчас готовы месте. Были, да, к этому. Ну и сейчас Богдан, все ждем от него. Отлично наконец-то Багдан включился в игру. Прочитал сейчас точно соперника, именно Игоря Кобзаря. Да, Кобзарь там первый темп, да. Да. Это его любимое. Это было здорово. Антипкин здорово ждал этого момента. Ластанулся Кобзарь просто на пол. Да, и никто не ожидал, наверное, что на подаче Виталия Дикарева это произойдет. И рывок в 4 очка Факела вынужден Алексей Верба взять свой второй тайм. Сейчас, кстати, расположение духа показывали нам губернатора Ямала Дмитрия Андреевича Артюхова. В хорошем расположении духа. Верит в команду до последнего. Болеет, естественно, за Факел. А вот директор клуба. Так, без напряжения присутствует, да. Конечно, все хотят более удачной игры. Хозяева. Зайц. По линии не укладывается, не находит. Пытался обойти блок, по линии попасть. Но провал у Кузбасса явный. Перерывов нет. Двойная замена готовится. Это выходит Егор Кречетов и по диагонали Глевенко, наверное. Богдан Глевенко. 92-й год, довольно-таки высокий, 207 сантиметров. Двойная замена меняет диагонального и связку. Небольшая связка, но на задней линии. Егора Кречетова, ну, молодой игрок, 99-го года, 21 год, полных, 1,89 м его рост. Но надо подержать подачу Виталию обязательно. С площадки, да, подал, площадки тут явно же ошибка, очень же. Не получилось подержать подачу. Ну, когда вышел новый связка, наверное, не нужно так рисковать. Они еще не вошли в игру, тем более четвертый сет, выход на площадку первый раз, и все может быть, и неоправданное действие, безусловно, Дикарева, но это нехватка опыта молодого игрока. Богдан хорош. Первый темп. Хорошо, отлично. Хотя сейчас читал Щербаков, все прочитал. Ну там такая мощь, ну, да, просто мощная высота оказалась другой. 1,96 м у Щербакова, и, конечно, 2,5, ну, почти 10 сантиметров разница. Это достаточно большое преимущество. Максим Жигалов будет подавать. Ну, Гоцулюка, кстати, нельзя не отметить, как человек, который очень много импакта сегодня вносит именно в этот матч. Одиночный Шоржи блок. Здесь хорошо в защите. Сверху легко, непринужденно. И Жигалов пытается обмочать шасти. Уже почти прибежал, но рекламные щиты не дали возможности вернуть мяч обратно. Плюс комфортные 5 очков Факел все-таки в четвертом сете получает. И надежду, конечно, на продолжение борьбы. Да, здесь немножко нога соскользнула. Ну, главное, чтобы была, без травмы было. Не стал прыгать, стояла камера. Опасность получить травму была высока. Хотя часто бросаются, конечно, спортсмены, не глядя, просто перепрыгивая. Ну, мужественные люди, безусловно. Обмочаю, еще одна подача снова выбитая. Глевенко, первая его атака. Чем завершится? Здорово в защите. Факел и Волков что-то должен придумать. Кречетов тоже хорош. И тут же это сам себя страховал. Антипкин, но пролетал рядом центральный блокирующий. Очень мощный, большой. Не дал возможность этого мяча подбить его вверх. И такой улыбаются игроки. Нестандартный игровой эпизод. Давайте еще раз посмотрим. Да, он уже почти сыграл. От головы. Но голова Гуцулюка, да. Голова Гуцулюка. Ну, игроки иногда головой играют, но можно сегодня играть любой частью тела.
этим сегодня очень интересен волейбол. Как хочешь, только подними мяч. Обратная двойная замена произошла. Сейчас 4 очка сохраняется преимущество у «Факела». И Игорь Кобзарь будет подавать. Хорошая подача, выбивает. Подачи, но ничего с этим поделать нельзя. И на высоком мяче по рукам. Севажелец классно в защите. Зайцев. Тройной блок, ну еще раз дает еще один шанс. Севажелец еще раз будет рисковать. Так, ну, отличный эпизод, ну кого выберет? Ну Пайп, выбирает Пайп, и Пайп ваут. Занижена снова передача Антипкина, ну как же так? Своими же руками, опять своими руками, «Факел» не доводит преимущество до 5 очков. И сразу сокращение преимущества. Все уже, в принципе, было как бы в руках волейболистов красных форм. Так, ну пока что, в принципе, ничего не потеряно, и критического прям ничего не произошло. Да, ошибка, да, неприятно, надо продолжать играть. Игорь Кобзарь будет продолжать подавать. 3 очка отставания есть у гостей. Шоджи хорош в приеме. Быстро в край. И сейчас мяч отскакивает в аут, хотя Карпухов мог его доставать, да, и играть спокойно. Не видно точку падения со стороны Кузбасса, наверное, было, да? Ну, наверное. Ну, так у нас на экране не очень видно. И со стороны «Факела», значит, он не мог ничего сделать. Давайте отсюда посмотрим. Да, со стороны «Факела» мяч падал. И, конечно, тут уже ничем помочь. Ну, да, все, согласен. Прошу прощения, Антон. Да. Классно. Сложная подача. Зайцев в атаке. Обмочаев, страховка. Быстрая передача Карпухова. Шоджи здесь в защите великолепно. Просто по линии. Что-нибудь сделает. Отлично, Кобзарь, обман снова, головой, где играют головой. Еще один отличный эпизод, ну и без блока. Жигалов, ну, добивает мяч до пола. Кураж, Факел Улава, кураж. Всем классный волейбол, да, классный волейбол. Мы все хотели увидеть игру головой, мы это увидели на страховке. Да, давайте еще раз, ну тут, конечно, уже в колено прилетает Кобзарь. Да, пытались все равно достать, и очень важный мяч выигрывает Жигало для своей команды. 5 очков преимущества. К концовке подбираемся матча. К концовке партии пока что. Еще матч пока что впереди. У нас не забегаем вперед. Есть все шансы на 5-й сет. У «Факела», по крайней мере, преимущество просто нельзя растерять. Волков, еще отлично, один фейс. Отлично, это нужно было делать. А пока мы рассказывали, вышел на замену Александр Маркин на прием. И поменял он Антона Карпова. Вернули, то есть, как бы Маркина, основной состав, основная шестерка, которая начинала этот матч, вернулась на площадку, и 20-14. Третий эйс в исполнении Волкова. Сейчас укороченная подача, Маркин хорош, сам же без блока будет атаковать, ну, убежал. Богдан и не был. Поверил, что отдаст такой низкий мяч за голову. А тем и хорош игрок сборной России Игорь Кобзарь, который может принимать совершенно нестандартные решения. Александр Маркин попытается сократить отставание. Минус 5, много для концовки. Рискует, не попадает. Да, сегодня что-то у Александра не клеится. Да, и в начале не получилось. И сейчас, ну, правда, забил, конечно, но на чистый сет. Вначале как раз таки у него получалось. И вот что-то потом под конец именно первого сета с ним произошло. Продолжилось во втором, несмотря на то, что Кузбасс одержали победу. Поддерживают болельщики здорово свою команду. Александр Гуцалюк будет на этом фоне подавать. Подает. Маркин снова пластается. Севажелец 4-4. Хорошо, но Богдан отлично в приеме. Богдан стоит еще раз. Зайцев здорово опять в защите. Ну и сейчас Богдан. Групповой блок. Находит хорошо, решение. Откручивает мяч. Находит Богдан, решение. Великолепно. 22 очко. Очень важно было. Сейчас, наверное, будут смотреть касание, да, сетки. Да, смотреть, естественно. Подсказал Севажелец, да, главному тренеру. Нет. Эту подсказку сделали. Сейчас они арбитру посмотрят, открутят игровой эпизод, что там было. Давайте увидим с вами с небольшой паузой. Ну, как это часто бывает, и касание сетки затягивается просмотр, подбирают именно
долгий игровой эпизод был, и поэтому надо откручивать достаточно много назад, чтобы посмотреть, потому что, скорее всего, Алексей Вербов запросил просмотр, который был в начале этого эпизода. Не в начале, нет. Я там тоже, кстати, заметил. Ну, я вот точно не понял, было ли там касание именно от Богдана, касание сетки. Но подумал, раз игра продолжается, значит, касания не было. Это вот перед его атакой. Ну, наверное, пауза нужна, да, касание было сетки, мы видим, да. Вот касание Антипкина, Антипкина, да. Ну, здесь, наверное, все-таки центрально Дикарев сбил его немножко, да, подавил на корпус и ничего не мог сделать. Игрок локтем коснулся сетки. Ну, жаль, конечно, жаль. Игрок Богдан здорово завершил розыгрыш этого мяча. И Щербаков. Этого, конечно, вообще не было заметно, именно Антипкина. Но преимущество 5 очков, не надо здесь паниковать, все хорошо, и для Щербакова эта пауза была длительная, он не был готов, в общем, еще к самому. Смотрите, подавать. Счет 22-16, нас преследуют в каждой партии, исключая вторую, теперь в четвертом сайте такой же счет. Да, 23-25. 22-16 вел Кузбасс, теперь 22. Опять Маркин не справляется на приеме, сам же будет перебрасывать. И можно 23 очко получить. Ой, и первый темп это делает. Задержался Дикарев, достал. Давно забытый первый темп, который давно мы с вами не видели в силу того, что прием не позволял это сделать. А сейчас это было правильно, здорово, отличная высота. 23-16, и все нас приближает к тому, чтобы мы с вами увидели тайбрейк. Ну, вновь появляется Карпов на площадке. Антон, видно, что у Александра Маркина не пошла игра. И, несмотря на то, что провел некоторое время на скамейке, вернулся, но вновь игра не идет у этого доигровщика. Прощает подачу. Первый темп, а тут его ждали. Жигалов закрывает. Передача. Отлично, Максим проводит четвертый сет. Все у него получается. Просмотр будет игрового эпизода. Будет смотреть касание сетки. Но я думаю, что сейчас это не должно быть в пользу Кузбасса. Просто нет перерывов. И поэтому Вербов пробует затянуть эту партию максимально долго. Ну, пока что все, что ожидается, понятное дело, это пятый сет, тайбрейк, интересный, плотный. Ну вот, разговаривали, кстати, с Владимиром Николаевичем до эфира, что касается тайбрейков. Ну вот, не получается как-то, не было касания сетки, не получается так часто, как хотелось бы, выигрывать эти тайбрейки. Но очень хотелось бы. Такой еще знаменательный день. 24-16, и все в руках Факела. Выбитый снова прием. Сивожилис будет рисковать, рискует. И мяч меняет направление. Уходит за лицевую линию. Но это 17 очко. И такой сейчас счет тоже где-то встречался. 17-24. Да, в первой, в третьей партии точно такой. Да, мы видим, что от Богдана третий блок. Все было правильно. Но хорошая партия. Заметно. Да, Болдырев появился. Усилий 4 сыграть. И возможно, что будет передача именно ему. Зайцев. Ох, ну да. Здесь мяч. Переходящий мяч. Не мог блок ставить игрок задней линии, которым был Сергей Антипкин. Можно было только напугать. Он попытался это сделать. Давайте еще раз посмотрим. Блокировать нельзя. Он игрок первый зон. А вот такого счета не было еще. Зайцев. Еще одна сложная подача. Рискует тут как мяч. Да, на Болдырева. И Болдырев направляет мяч. Спасает Сивожилис мяч. Фрибол будет. Но отдает, нет, мяч. Неправильно. Потому что мяч прошел все-таки в плоскости игровой сетки. Зоны сетки. Да. Но смотреть уже не будут. Я думаю, что смотреть не будут. Решение принято. Соглашается второй арбитр. Кивает, но... Ну, уходит. Ну, кстати, уходит вроде, ну, смотреть. Как-то посмотреть сложно, потому что камера должна стоять во фронте. Ну, нет, ну там, посмотрим. В принципе, такие камеры есть. Вон они, я их сейчас их вижу. Ну, будет, да, просмотр игрового эпизода. Но за последнюю возможность Алексей Вербов сейчас цепляется. А почему бы и нет? Если позволяет правила и регламент, то надо этим пользоваться.
Да, да, поэтому были отменены технические тайм-ауты, чтобы не затягивалась игра совсем. В силу того, что сегодня любой тренер может взять просмотр, даже если он понимает, что не было той ошибки. Но это лишние 20-30-40 секунд. А которые, когда может, да, до минуты доходить? Это время может в волейболе повлиять на ход событий. Тем более сейчас крайне важно каждой из команд выигрывать именно, да, на концовке была, партии. Все-таки ошибка была, да, фиксирует это. И партия у нас четвертая завершена. 25-18 и 2-2. Ну что ж, мы приступаем с вами через 5, буквально 7 минут, к самой главной части сегодняшнего вечера. Да, тай-брейк. К развязочка. Ну, поэтому никогда не переключайтесь, оставайтесь с нами. Сегодня состоится церемония награждения ветеранов волейбольного клуба «Факел». Что ж, юбилейный вечер для «Факела» продолжается. Матч на загляденье. Кто сказал, что сегодня может быть легко? 2-2. Очередной тайбрейк в исполнении «Факела» сегодня и Кузбасса. Статистика по атаке все ровно. 46-46. Блок выигрывает у нас немного Кузбасс. По эйсам двукратное преимущество у «Факела» и ошибки приблизительно одинаковые. Таким образом, как третий сет, так выиграл Кузбасс. С таким же счетом практически победил в четвертом сете «Факел». И нас ждет тайбрейк. Ну, тайбрейк всегда непредсказуемый. Все в нем может быть. И если мы вспомним предыдущий матч, когда по тайбрейку мы вроде бы и вели, я имею в виду «Факел», а потом, ну, все-таки, да, упустили тут это преимущество. Преимущество в 3-4 мяча в начале сета может ни о чем не говорить. И каждый тайбрейк, он по-своему, его сравнивать с другим нельзя. И этот пятый сет может случиться совершенно непредсказуемо. Ну, конечно, все болеем за хозяев, за «Факел». Но сегодня Кузбасс показывает лидерские качества, играет очень надежно. Ну и, безусловно, что в тяжелом матче, физически тяжелом, всегда кто-то проваливается. И поэтому четвертый сет, наверное, в какой-то степени я бы отнес к тому, что Кузбассу не хватило физических кондиций. Посмотрим, насколько это сыграет свою роль в пятом сете. Возможность свежесть «Факела» даст свои плоды. А может быть, опыт Кузбасса возьмет верх над свежестью. Сейчас, собственно, все и узнаем, да. Матч, кстати, уже идет 2 часа. Ну,
думаю, что болельщики огромное удовольствие сегодня получили от этого классного волейбола. Снова выбитый прием и снова страховка Обмочаева. Будет простой мяч. Шоджи справляется в роли связующего Жигалов. И ошибка, первый арбитр фиксирует ошибку на передаче, так как полез Антипкин на этот мяч. Но вроде бы как и ничего не было. Но вроде бы определил, что подталкивал игрока. И таким образом мяч с рук слетел. Ну, спорный момент. На себя берет первый арбитр определение ошибки в этом игровом эпизоде. Таким образом, Успас получает очко за счет этой ошибки на передаче. Севажель. И переходящий мяч. Ну, Шоджи один, спасает. Молодец. Еще одна атака будет. Теперь Пайп не получается. Еще Шоджи вездесущий. Сейчас надо сниматься обязательно. Да, и получается. И Болтон это делает. Здорово, но упущенная возможность Кузбасса приобрести второе очко. Ну и, конечно, наказуемо со стороны волейболиста Факела. Здорово, Шоджи не выключился. Стоял на месте и, конечно, здорово сыграл в защите переходящий мяч. Лишний раз показывая, пока мяч в воздухе, он никем не проигран. Диклет. Ну, это тот игрок, который в четвертом сете масса неприятностей доставил кемеровчанам. Сейчас упрощает подачу Зайцев. От блока отыгрывает хорошо. Набирает еще очко для своей команды. 2-1. Ну, все только, можно сказать, что раскручивается та пружина, которая в концовке нас ждет. Самое интересное, это будет концовка этого сета. Она только раскручивается. Все будет еще очень интересно и красиво по волейболе. Рисманович. Рискует на подаче. Сегодня он очень грозно. Ну вот, отлично. Сам и на приеме, и в атаке. И быстро получил край. И, конечно, Сергей Антипкин сейчас возвращает качество передачи для своих нападающих, что очень важно именно в короткой партии. Давайте посмотрим. Отличная передача. То есть классная, очень трудно блокировать. Ван-ван. Жигалов. Риск и ошибка. Опять ошибка. Ну, жаль. Я пока что расскажу, что у Факела в целом-то осталось всего лишь 5 матчей отыграть. Ну, 4 из которых они сыграют на выезде. Ну, и 14 марта будет заключительный матч. Заключительный тур для Факела. Это сыграем на домашней площадке против Белогорья. Неплохо на приеме. Волков. Так, ну есть еще один шанс атака атаковать. Будет. Жигалов. Сейчас подберут. Будет атака. Кобзарь кого найдет. Зайцева находит. Отлично страхует. Снова Зайцев куда-то пошел. Гуцалюк. Решив, что он уже выиграл. И почему он пошел? Свистка не было. А он уже бросил играть. Повернулся спиной к нападающему. Хорошо Антипкин пристраивался. Но непонятная реакция Александра. Ну, ничего, в принципе, Александр-то здесь не изменил уже, потому что явно давайте атака еще раз была посмотрим. Не в него. Да, он решил, что уже эпизод закончился и пошел туда, в тот край блокировать. Возможно, он не бросил играть, а пошел блокировать. И 2 очка преимущества Кузбасс приобретает. Игорь Кобзарь. Будет рисковать. Рискует. Опять выбитый прием. Без атаки в 3. Волков, и Волков снова ошибается. Хотел, видимо, найти руки, но да, ошибается. Очень жаль. 3 очка большое преимущество в 5-м берет сете. Реагирует же Роман Яковлев. Первый тайм-аут в 5-м сете. Есть, конечно, все шансы у Факела еще включиться в игру. 3 брейковых очка – это не так уж много. И мы знаем, что Факел может их спокойненько заработать, вернуть себе сперва равенство, а потом и добыть как-то преимущество. Верим. Ну, отметим, что нужно играть самим, не дожидаясь ошибок соперника. Их точно не будет сейчас. Поэтому надо принимать и, конечно, в атаке играть на результат. С этой подачи надо уходить. Ну, будет еще раз Кобзарь рисковать. Я почему-то так думаю.
Три очка преимущества позволяет ему это сделать. Рискует. Волков выбитый. Это эйс. И все Волкова опять. Да, и вторая подряд ошибка Волкова после тайм-аута. И большое преимущество на таймбрейке 6-2. Это слишком много. Не рискует Яковлев поменять Волкова. Ну, это игрок, который может включиться даже после череды ошибок допущенных. Может включиться в игру и блестяще провести остаток времени. Но снова выбитый прием. Волков не будет атаковать. Переброс. Опять атаку у Кузбасса. Зайцева. Зайцев. И он это делает Мяч очень четко. Достает. Точно. Мастерства этому игроку не занимать. И, конечно, он такой ляп не допустит, чтобы не попасть в квадрат соперника. Отличная высота по линии. И 7-2. И запредельное преимущество в первой части пятого сета у Кузбасса. Богдан справляется с приемом. И Волков. Опять Волкову в защите. Сиважелес хорош. Это фрибол будет для факела. Есть прекрасная возможность уйти с этой расстановки. Первый но темп. Еще один. Можно сыграть в атаке. Сам себя страхует Щербаков. Тройной блок. Опять мяч просачивается. Все поднимают руки. Игра продолжается. Зайцев. И по линии блок. Попадает в площадку. И по линии. Уже спорить, конечно, ни с кем не надо. Провал в начале пятого сета у факела. И переход смены площадок при счете 2-8. Не в пользу хозяина. Видел я сейчас, не знаю, показывали камеры или нет, но я сейчас обратил внимание на Алексея Вербова, как он эмоционально поддерживал в этот момент команду и вместе с ними и прыгал, разводил руками, поднимал. Интересный довольно-таки момент. Ну, 2-8, 8-2. Ну, можно сказать, что все плохо. Но можно сказать, что и характер здесь надо, конечно, факелы и умения свои добавить к этому характеру, умения терпеть и что-то поменять. Но все-таки можно. На морально-волевых надо догонять. Бог, на выбитый прием. Так агрессивно подает, ничего невозможно сделать по пальцам. Атака Сиважелес классно в защите. Зайцев не замечает, тройной блок. И неудержимый. Ну что играет. Отметить, классная защита, классная атака. И опыт, конечно, имеет большое преимущество перед, скажем, зрелостью такой, молодостью. Ну, в большей степени уже зрелостью. И еще один тайм-аут, 2-9 посыпалось. Все у факела, ничего с этим поделать нельзя. Ну и, конечно, нужно отметить классную игру в элементах у наших соперников. Это подача и защита. Ну, подтянулись, кстати, в четвертом сете именно атака у Жигалова по сравнению с третьим сетом. 67% у него, 57% и у Богдана, 56% у Волкова. Хромает по-прежнему прием. Довольно-таки. Но у Волкова, которого, как мы видим, что сейчас прием в пятом сете не идет, 30% всего лишь позитивный прием, а у Богдана и того меньше, 14%. Но, тем не менее, смогли выстоять четвертый сет и победить. А вот но все-таки проблемы в пятом сказываются. После тайм-аута Болдарев уходит вместо Волкова. Но слишком много допустил ошибок Дмитрий. Показывают, переживают, конечно. Но без ошибочных игроков не бывает. Болдырев хорош в приеме. Жигалов обман. Сейчас надо бить. Нельзя обманывать, иначе тебя накажут. Сиважелес спотыкается. Атака с задней линии не срастается. Что-то не подобрал разбег. Ну и как бы третье очко. Да, получает за счет ошибки Кузбасса. Но, может быть, это начало именно затяжного спурта. Давайте посмотрим, и все может быть, да, ну, не знаю, подвернул ногу немножко, наверное, Волков, наверное, сейчас вернется. Да, ну, сняться с подачи его именно. Чуть пришел в себя Дмитрий, и, конечно, нужна сейчас подача. Нужна подача, причем не просто подача, а очень сложная для соперников. Ну и, конечно, безошибочно. На все это Дмитрий способен. Я думаю, у него должно сейчас это получиться. И есть мотивация, есть возможности. Хорошая подача, но
великолепно справляется Кузбасс с приемом. И отлично на блоке, но благодаря хорошей подаче ждали Зайцева уже здесь. И, конечно, не получилось у Зайцева, пошел на силу. Это, возможно, что будет на догонку Кузбасс. Road to win. Давайте посмотрим, да, все очень интересно. Я думаю, что еще ничего не закончилось. 4-9 это не приговор. И играть можно вполне дальше. Тут же пауза нужна Алексею Вербову. Реагирует, да. Он это делает, берет тайм-аут в пятом сете своей команды. То, что договорились, все должны выполнить на горах. Любые другие там, не хотите, все правда. Как психолог сейчас тренер Алексей Вербов себя проявляет. Техника и тактика, весь негатив убрать, но только хорошее оставляем, которого больше воровать, чтобы его высказывание, я бы отметил, в чем суть. В том, что надо просто проще сыграть и надежно. Проще, надежнее, и это, наверное, может принести сейчас результат. Факел будет рисковать, им отступать некуда. А удержаться, чтобы удержаться, вот надо дать качественную передачу. Низкий мяч опять. Здорово в защите. Есть возможность приблизиться еще на один мяч. Сиважелис классно просто в защите. Карпухов с ним справляется на блоке. И эта догонка продолжается. В догонку бросился Факел. Не знаю, поздновато, не поздновато. Но на этой площадке, на правой площадке от нас, явно лучшие дела обстоят у команды. Да, ну это хороший рывок выполнил сейчас здесь на Факел. Еще одна подача, очень сложная. И сразу же Волков. И еще одно очко. Ну видно, что включился и Волков в игру. Взял небольшую паузу. И какую серию сейчас он шикарную выдает на подачах. И после даже тайм-аута. Он возвращает толчки. Нужно их возвращать всегда. Если на тебе набирают очки, это настоящие бойцы. Их пытаются вернуть. И сейчас он это здорово делает. Карту применяют на Маркина. На Маркина Александра. Маркин выходит в помощь на прием. И ждать надо Зайцева в зоне 4. Великолепно, Зайцева Волков. В зоне 4 ждут. Отлично, еще можно набрать одно очко. Кого выберет? Богдан, отлично. Неужели? Не попадает. Ну как же так? Ну как же так? Не попадает Денис Богдан. Ну как же так? Да, вот, ну, чуть-чуть не хватает, ну, не хватает. Не первый исполнения. Раз уже подобная ошибка у него, да. Сегодня за матч, ну, когда в атаке. Ну, и таким образом можно сказать, что Маркин вышел вовремя и заставил ошибиться волейболистов Факела в очередной раз. 4 очка преимущества у гостей. Карпухов Антон на подаче. Обратная замена произошла на Маркина. Справляется более-менее с приемом Волков. Жигалов со второй линии. Здорово, да. И догонку надо держаться. 3 очка нормальный счет. 7-10. Это счет, при котором можно и догнать. И вполне себе конкурентоспособный, да. Александр Буцалюк сейчас будет все очень много зависеть сейчас от его подачи. Пальцем. И Буцалюк должен не ошибиться. Упрощает. И правильно делает Гуцалюк. Играет гениально сейчас. И, здорово, и наконец-таки, да, Богдан. Сбрасывает, да. Хотя качество передачи не очень хорошее. Но решение Дениса отличное. От блока и мяч проскочил между руками и сеткой. Смотрите, мы с вами видим камбэк настоящий. Да. 9-2 уже, кажется, все. Тем не менее, видите, насколько волейбол сегодня может быть непредсказуем. И берет сразу, второй реагирует, да, Алексей Вербов. Алексей Вербов. Не экономят, потому что следующее очко уже чревато тем, что преимущество перешло, психология перешла к Факелу. И Кузбасс, наверное, рано поверил, что он уже победил. Второй раз демонстрирует свои способности именно психологии, в области психологии Алексей Вербов, успокаивает игроков своих и просит их сконцентрироваться максимально. Посмотрим, насколько это работает. Ну и сами игроки
еще также друг друга поддерживают. Но я думаю, что сейчас все равно факел заряжен, не меньше. И сейчас все будет зависеть от того, как сыграет Куцалюк. Нельзя сейчас ошибаться. Он рискует и ошибается, да. Ну, к сожалению. Это совсем ненужная ошибка. Вторая ошибка на подаче. Она может быть очень важна. Щербаков. Волков справляется. Быстро в край. И Богдан хорошо. Богдан по слетающему блоку. 4-4. Это было здорово. И давайте же, посмотрим, кто будет подавать мог, факела. Жигалов. Нет, а нет, Антипкин отправляется на подачу. Заиграл факел в защите, вернул командную игру. Антипкин будет подавать. Антипкин, знаю, что Сережа может подать. Может усложнить. Он это делает. Выбивает Карпухова. Выбивает. Быстрая передача в край. Разбирается на блоке. Еще раз на блоке. Нет, мяч переходящий. Жигалов. И мимо поля. Как же так? Еще одна такая ошибка. Ну, все в своих руках. Все в своих руках. Неужели сегодня матч неиспользованных возможностей действительно? Ну, вот Кузбасс дождался еще одной ошибки в атаке факела, которой, конечно, не должно было быть. Но можно, может быть, сказать, что передача была низкова. Иван Зайцев. Сейчас справляется великолепно. Шоджи, выбитый прием. И высокий Жигалов. Высокий мяч, Жигалов. О! Подыгрывает. Игроки тогда показывают, что он хочет сыграть. Но это кусочек шоу. Ну, я понимаю это, да. Бояться этого не надо. Игроки понимают, куда летит мяч, да. Я сейчас смотрю не мониторы, смотрел. Нервишки Андрея Светлощика. Я думаю, и болельщикам, которые именно звезды находятся сейчас в том числе. Поля. Отличная подача. Почти. В нужный момент включается. Да. Счет почти сравнен. И сейчас все в руках опять факела. Можно только взять это. Максимальная концентрация сейчас. Ну, классная подача. Оренбургского клуба. Не знаю, куда повторить, наверное, нереально. Сейчас надо подавать. Перерывов нет. И все в руках Дениса. Богдан, великолепно выбитый прием, но здесь быстрая передача, так, сейчас не страхует никто. Ну, сам должен был, конечно, доставать мяч Жигалов, но, к сожалению, он это не сделал. 13 очков падает за площадку к факелу. Быстрое переключение не хватило Максиму, чтобы увидеть этот мяч, реагировать на него и поднять вверх на площадке. 13-11, но это не победный счет, безусловно. Евгений Севажелис это прекрасно понимает. Риск на подаче. Аут. Ну, будут смотреть. Будут смотреть. Наверное, все-таки аут. Но пауза нас с вами, безусловно, ждет. Важный мяч. Все прекрасно с вами понимаем. Или 12-13, или 14-11. Согласитесь, разница класса. Мячик в ауте. И так 12-13 факел в игре. Дикарь. Ну, ждем от этого молодого игрока разумную подачу. Но она у него явно не получается. Плохой подброс, неудачное действие и, конечно, все усилия предыдущей ситуации на смарт. Ну, пока так. 14-12, надо сниматься. Можно еще достать два брейка. Один брейк нужен, и потом отыгрыш и брейк, конечно, нужен. Волков! Здорово! 13-14. И Максим Жигалов, в котором уже матчи, которые мы комментируем, выходит в решающий момент на подачу. С Новосибирском у него получилось, с Казанью тоже. В четвертом сете посмотрим, как на сей раз. Пожелаем Максиму удачи.
рискует, и риск приносит свои плоды. Ну, наверное, может быть, в какой-то степени кусочек удачи, который я передал Максиму, тоже ему помог. И Сиважелец, который всю игру держал прием, ошибается. Ну что, все не железные. 14-14, и пятый сет переходит в апогей, который мы с вами так долго ждали. Еще одна подача, и снова очко. Горячая рука Максима Жигалова на Обмочаева. И 15-14. Какой камбэк мы с вами увидели после счета 2-9. Разве такое бывает? Кто-то из вас может сказать, и мы с вами становимся свидетелями нереальных событий, а может быть, они бы должны были случиться именно сегодня и именно в зале «Звездные» Нового Уренгоя. Кто знает? Еще одна подача, снова риск, и еще больше риск. И, наверное, было неправильно, надо было подкатить, а он это умеет здорово делать. Ну ладно, два важных очка отыграно, и 15-15. Равенство в пятом сете сохраняется. Кокфорд. Справляется на приеме, страховать. И здорово под кожу Волков засовывает все-таки этот удар блокирующим. И сам будет идти подавать. Давайте посмотрим. Отличная высота. Карпухов не доходит до центрального блокирующего. И мяч проскакивает вниз. Ну что ж, все шансы есть усложнить. Не очень хорошо себя чувствует на приеме Обмочаев. Надо в него подать. И Валт опять. И снова аут, и снова ошибка. Шел на выигрыш Волков. Ну, наверное, не очень правильно. 16-16. И страсти. И все накаляется у нас в пятом сете. Карпов. Два очка. Всего два очка. Надо выиграть подряд одну из команд, чтобы получить преимущество Шоджи. Отлично. Первый темп нет. И мячик падает в аут после проката по сетке. Еще раз получает преимущество Факел. Это Денис Богдан был хорош. И сейчас, конечно, будет использовать этих игроков Сергей Антипкин. Но спорно было, но сетка помогла. Если бы не сетка, мяч, наверное, конечно, скользнул, упал бы в поле. Но сетка была тоже за нас. Она должна быть за Факел именно сегодня. Гусалюк рискует. Обмочаев справляется. Пайп! Пайп здорово играет. Карпухов здорово разбирается. Кобзарь с блоком соперника. 17-17. Терпение, терпение, еще раз терпение. И посмотрим, кого в этом участке сегодняшнего матча, на этом отрезке будет больше. Щербаков. Несложная подача. Можно играть чуть быстрее. Он играет быстро. Это здорово. Богдан по высоте сыграл и сделал то, что у него не получилось несколькими розыгрышами раньше. 8-7, 18-17. Сергей Антипкин. Ну вот человек, который может принести неприятности Кузбассу именно на этом действии. Рискует Карпухов. Здорово. Зайцев. Зайцева пропускают, слетают, а он косо играет и восстанавливает равновесие в счете. 18-18. Ну что, ждем, ждем. Ждем два мяча. Ну что, 9-2. 2-9 было. Разве зря догонял Факел? Все в его руках, еще раз хочу сказать. Все. Зайцев на подаче. Справиться на приеме нужно обязательно. Здорово, Шоджи. Отлично. Ну и сейчас Богдан по высоте. И не попадает, не попадает. Такой классная была передача. И попадания не было. Наверное, будут смотреть касание пальцев. Деваться некуда. Пауза необходима. Важное очень очко получает одна из команд после этого розыгрыша. Безусловно, посмотрим в копилку, какой команды будет этот мяч. Вот он. А
Нет, касания блока не было, касание сетки смотрели. Да, касание сетки, мяч в площадку не попал, поэтому смотрели касание сетки у блокирующих. К сожалению, для болельщика «Факела» его судьи не нашли. Зайцев снова подает. Высокий будет мяч. И Жигалов, неужели опять не попадает по мячу? Давайте будем смотреть еще раз. Просмотр обязательно будет. Да, теперь касание сетки или касание блока. Ну, сейчас в скором времени мы с вами определим. Болельщики не расходятся. Снова пограничный мяч. Какое решение, но две ошибки в атаке, конечно, очень обидно. Ну, что с этим поделаешь? Нет, касание блока камера не увидела. Таким образом, за счет ошибки нападающего «Факела» Кузбасс вырывает в тяжелейшем матче победу в 21-м туре регулярного чемпионата Суперлиги на площадке новоуренгойского «Факела» со счетом 3-2 и 20-18 в пятом сете. Ну, конечно, мы с вами сегодня, еще раз напомню, увидели удивительные вещи, чудеса в российской Суперлиге. Что один из лидеров выигрывает в пятом сете 9-2. Чуть не проиграл матч. Но все сложилось для Кузбасса в конце концов удачно. Ну и опять же за счет просто, скажем, не таких точных действий «Факела», которые продолжались сегодня на протяжении всего матча. Но, к сожалению, это констатирую как факт. Ну а матч был замечательный. Поздравляю Кузбасс с победой. Обе команды продемонстрировали классный волейбол. 2,5 часа отличного волейбола мы с вами наблюдали. Итоговая статистика сегодняшнего матча. «Факел» немножко переиграл в атаке. По блоку команды показали одинаковый результат. По подаче «Факел» превзошел соперника, но тем не менее это не позволило победить в матче. Но тем не менее сегодня мы с вами понаблюдали именно праздничную игру, великолепную, с непредсказуемым конечным результатом. Кто-то должен был в этой схватке победить. Чуть-чуть не повезло «Факелу». Ну, наверное, в какой-то степени можно винить самих себя. Где можно было взять, было все в их руках. Сегодня взять не получилось. Может быть, нервные составляющие или желание в юбилей волейбольного клуба «Факел». 25-летие, четверть века. Ну, может быть, какие-то нервные окончания сработали не на пользу игрокам. Но, тем не менее, классный волейбол, праздничный волейбол мы с вами сегодня, безусловно, увидели. На этом я, Владимир Мерзляков, прощаюсь с вами. Приходите на матчи, смотрите их по своим, на своих экранах. А сейчас не уходите, потому что я передаю слово Андрею Адамову, который поговорит с игроками и тренерами играющих сегодня команд. Всем пока, до новых встреч.